Друзья, привет! Сегодня 15 октября, четверг, и мы рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Кухня Юго-Запада». Его привел для вас я, Михаил Першин. И я, Антон Погодин. Здравствуйте. Антон, ну давай начнем мы с грустных новостей. Не смогли наши команды в матчах на Малую Москву, в Кубке Лиги Москвы, добыть для себя гостевые победы. И трейдер после сокрушительного домашнего поражения на выезде проиграл со счетом 2-1. А вот Обнинский Атлант имел еще какие-то шансы на то, чтобы продолжить свой путь в Кубке Москвы. Но, к сожалению, попал он под каток команды «Старт-групп» и 0-7 на выезде закончилась эта игра. Все желающие могли посмотреть эту встречу. Мы давали на нее ссылку в нашем телеграм-канале и на YouTube-канале Южной лиги тоже этот матч транслировался. Ну, что можно сказать? Ну, в принципе, в субботу разговаривал с одним из представителей «Атланта». Он говорил о том, что у них там некий праздник был в пятницу. И то есть они в субботу тяжело собирались на игру. Ну, а кто будет в воскресенье, уже по остаточному принципу, кто выживет после субботы. Поэтому, в принципе, ребята особых иллюзий не питали. Да, они, конечно, надеялись на то, что получится более-менее удачно выступить. Но, судя по счету, не собрались. Так или иначе, можно подытожить выступление команд на Малую Москву. Дошли до 1-4. Командам говорим спасибо за то, что... Ну, в любом случае выкладывались, да. Никто на них не ставил, в принципе, сильно так уж, если уж оценивать. Да, и нет, то, но что... мы с тобой ставили. Мы на Атланта тобой... мы надеялись. На Атланта надеялись, на трейдер надеялись, но... После первой игры уже не очень. Ну, после первой игры, да, видя, какая разница была там относительно соперника. То есть, в принципе, мы понимали, что будет неимоверно тяжело. Ну, как получилось, так получилось. Что командам спасибо, и будем ждать. Да, говорим командам спасибо. И посмотрим, как у нас будет развиваться следующая еврокубковая кампания. Тем более от нас будут новые представители, выиграв как и на Большую, так и на Малую Москву. Теперь давай перейдем к главной теме передачи. Сегодня у нас традиционная передача посвящена высшим дивизионам. Общаемся мы про высший дивизион, общаемся мы про первый дивизион. Будут у нас гости. Первый гость у нас будет, и уже он на подъезде к нам. Это Тихон Фисейский, руководитель команды «Чемпион», команды «Метеор». Мы с ним поговорим подробно, как вот так вот за год команда сменит название, сделала качественный скачок. Помним мы, что раньше у нас в студии был «Зеропантия», когда еще только, можно сказать, «Метеор» входил в эту лидирующую группу. Начали шуметь, когда они только, да, попали. Ну, это тренер, но «Зеропантия» обязательно в этой программе будет. Он дал нам небольшое экспресс-интервью после матча «Метеор-Меркурий». Ну, с Тихоном мы все это подробно поговорим. Поговорим о первом дивизионе. И, в принципе, предлагаю, можно начинать. Друзья, ну и сразу обращаемся к таблице высшего дивизиона, итоговой таблице. Видим мы, что «Метеор» 74 очка. У нас становится впервые в своей истории обладателем чемпионского титула. Столица «Артель» 67 баллов. «Три звездочки» становится бронзовым призером 64. «Заряд» 55. «Меркурий» замыкает первую пятерку с 54 очками. Ну и... дальше Аминьева на шестом месте, Пищевик на седьмом, Ника уже без приставки ВРК, попрошу обратить внимание, на восьмом. Любители «Керосинка», «Техносила», «Удар» примерно одинаково финишировали. Ну, давайте, наверное, пройдемся сначала по результатам этого последнего тура. Сразу скажем о том, что в этом туре интриги не было выигрыш никакой, кроме главной. Кто напрямую вылетит, а кто попадет в переходные матчи. И поэтому нами был выбран матч для показа. Матч между командами «Шальные Реальчики». Мы его вдвоем с Антоном комментировали. Ну и давай о нем вкратце расскажем твое мнение по этой встрече. Ну, мы с тобой оба отмечали то, что «Реальчики» на ключевую битву сезона подошли не в оптимальном составе, то есть по остаточному явлению. Некоторые новые игроки появились там, которые буквально на один матч были дозаявлены. Поэтому... «Шальные» уже перед игрой были фаворитами данной гонки, в принципе, как и по турнирной таблице. Ну а непосредственно сама игра, конечно, получилась очень интересной и огненной. Предлагаю посмотреть ее на LFL TV. Я думаю, многие любители футбола могут получить истинное удовольствие, потому что искры были с первой до последней минуты. Ну, я считаю, то, что в первом тайме «Шальные» вчистую переиграли «Реальчиков». И дальше в перерыве... И мы послушаем, у нас есть интервью от
представителей той и другой команды, и нам представитель Шальных скажет о том, что в перерыве попросили тренеры поспокойнее сыграть, и вот это вот от обороны, и мы с тобой это обратили внимание, что если в первом тайме Шальные диктовали условия и играли с позиции силы, то во втором тайме они традиционно опустились и играли на контратаках. Эта игра успеха не принесла, и наоборот, два пропущенных мяча. И на самом деле, Антон, несмотря на то, что реальчики заканчивали матч в меньшинстве. За несколько минут до конца, да. Ну, вообще весь момент, вот одним моментом решилась судьба сезона для обоих клубов. Кто отправится в переходные, кто, как выяснилось, напрямую вылетит. Именно от этого момента, мне кажется, забей реальчики, там вот, может быть, пустые ворота, когда в штангу пробил футболист. И все бы, а там уже известно-неизвестно, реальчики побеждают, и они в переходные. Ну, Шальные еще имели игру запасную, и мы, опять же, когда с тобой подводили итог данной встречи, говорили о том, что будет интересно, как сыграют Шальные с любителями, но всего каких-то определенных обстоятельств победа получилась в Шальных. Ну, там не какие-то определенные обстоятельства, есть некие проблемы у Олега Белокопытова, они личного характера и тяжелая, ну, именно эта ситуация. Я понимаю, что сейчас человеку не до футбола, я знаю, что происходит, но не могу об этом говорить. Человека надо всячески поддержать, пожелать ему терпения, и не до футбола, и, ну, понятно, что когда, знаешь, у сильной, хорошей команды рулевой чуть-чуть отвлекается от футбольных дел, то, конечно же, тяжело как-то влиять. Плюс еще у любителей не все игроки были в Москве на этот уикенд. Плюс поражение в субботу. И, в общем, не приехали. С полевым игроком, да. Шальными. Поэтому ту турнирную таблицу, которую мы вам даем, она еще не окончательная. Скорее всего, минус 3 очка будет у любителей по итогам сезона. Там, ну, шибко сильно все равно ничего не поменялось. Ну да, как бы команда, да. То есть, но факт остается фактом, к сожалению, что так получилось. Надеемся очень, что в следующем сезоне мы увидим традиционно сильные любители. Будем желать им удачи, успехов, Олегу еще раз терпения и выйти из этой ситуации достойно, и чтобы все было хорошо у него лично и у команды в целом. Ну да, ну и вот по итогу встречи у нас в итоге Шальные отправляются в таковые игры, а реальчики получают прямой вылет из высшего дивизиона. Как думаешь, справедливо вообще? Ну, мне кажется, по тому отношению, в основном, которое было у реальчиков к выступлению в этом сезоне, ну, думаю, все закономерно. Шальные всегда практически приезжали с запасными и с определенной обоймой игроков. Реальчики тем самым похвастаться не могут. Неоднократно, по-моему, они в меньшинстве выступали в этом сезоне. Ну, то есть дисциплины вот как не было у них, вот из года в год мы говорим одно и то же про реальчики. Нет дисциплины, нет какой-то жесткой организации. Ну, в том году, если они там спаслись, но в этом году уже извините. Два раза в одну реку не войдешь. Ну, знаешь, вообще-то реальчиков, я тебе могу сказать, я вот наблюдаю, я, в принципе, это прогнозировал. Что-то я все плохие прогнозы делаю про реальчиков, что Акопакопян получает желтую карточку в первом тайме, говорю, что его удаляют. Вот еще сейчас один прогноз я скажу. Смотри, реальчики – это команда, которая там основана была на игроках молодых, которые все заканчивали определенную спортшколу. Там одну, разную, неважно. И они, помним, как они триумфально проходили все дивизионы. Всех рвали в третьем, во втором, в первом. Мы были свидетели этого выхода еще, сами принимая участие. И, ну, не за реальчиков, а за другие. Ну, понятно, в виде оппонентов, да. Вот, и привыкли они, что они везде на голову сильнее. И так происходит со многими командами в ЛФЛ, ты об этом прекрасно знаешь. И вдруг команда, которая всех обыгрывает, на другом уровне получает уровень сопротивления высокий. И у них нет уже этой дружности, то, что они всех обыгрывают, где-то их обыграли, где-то их, там, можно сказать, под каток, под физический поставили, еще что-то, и все. И начинаются психологические проблемы, начинается ругань, начинается уход футболистов. То, что вот, собственно, мы увидим. Потом кто-то возвращается, кто-то добавляется. Но уже, понимаешь, целостность говорится, теряется. Не да. То, что целостность, а ну, игровая, и психология, вообще. То, что они должны всех выигрывать. То, что для них же это, мы же там типа профики, ну когда-то там были, или может быть, и мы должны это обыгрывать. Здесь кто там выходит, там люди, кому за 30, там мужики с животами, там еще чего-то, там кто курит, пьют, там и так далее. Вот. Они получаются. И начинают злиться, ну и в итоге вот происходят такие проблемы, и с каждым годом все утихает, 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 ну и в итоге закономерно.
Ну, закономерный вылет. Да. Хотя помню мы, что и победа тремя звездочками была. Там, ну, и ряд интересных игр вообще в этом сезоне. Ну, да, мы об этом говорили в репортаже. Постоянно. И вот о философии Реальчиков ты говорил, что такое-то, знаешь, ну, здоровый пофигизм как бы это. Авантюризм. Давай, тоже, да. Давай послушаем интервью Алексея Кораблева, где он, как мы все сильнее всех. Ну, достойно, что человек дал это интервью, короткое, но спасибо, слушаем. Здравствуйте, Алексей, дайте, пожалуйста, комментарий по прошедшему матчу. Сыграли 2-2, очень обидно. Должны были выигрывать, наказывать. Свои моменты не реализовали. Особенно было обидно, за когда у нас осталось 7 человек. И была хорошая атака, но наш игрок ударил штангу и не смогли зарешать матч. Должны были реально выигрывать. И по факту мы сильнее в этой лиге всех. Спасибо. Все, спасибо. Ну и после интервью представителей Реальчиков давай дадим слово Шальным. Сергей Корнут расскажет нам о матче Реальчики Шальные, как это явилось со стороны Шальных. Давайте это послушаем и будем переходить к другим матчам. Здравствуйте, Сергей. Привет. Расскажите, пожалуйста, про нынешний матч, который прошел. Как вам в целом игра? Как соперники? Сильные? Ну, сами по турнирной таблице видите, что игра была за выживание. Принципиально соперник равно количество очков. Боремся за стыковые матчи. В целом, первый тайм отыграли, я считаю, неплохо. Хоть и было у соперника несколько хороших моментов опасных. Один раз попали в штангу. Пустые нас простили пару раз. Но мы свои моменты использовали, забили 2 гола. Думали, во втором тайме спокойно доведем матч до победы. Но сами создали проблемы. Пропустили 2 ненужных мяча. В конце соперник остался в меньшинстве. За 5 минут до конца думали, что реализуем преимущество, но, к сожалению, из-за эмоций не смогли этого сделать. В итоге остался 11-й матч у нас в запасе. Будем бороться за сохранение прописки. Спасибо. Удачи. Ну и давай дальше по другим матчам тура. Начнем мы с матча Техносила Аминьева. Еще раз повторим то, что никакой турнирной мотивации ни для каких команд. Ну, как сказать, турнирная мотивация. Да, там мы позже дадим слова там Владимира Цветкова, например, из «Удара». У них там была мотивация именно занять какое-то место. Там, да, там вот это в середине. Там было кто-то там 8-й, кто-то 9-й, кто-то 10-й. Может быть, для кого-то это принципиально. Мы сейчас говорим именно о том, что на всех полюсах турнирной таблицы, ну, во всяком случае, на высшем полюсе, 1-3-4-5 место, 6-е место, было известно уже заранее до этого тура. И, собственно, всю ситуация, которая была с вылетом, мы тоже уже рассказали. Поэтому, когда мы говорим, что не было турнирной мотивации, мы думаем именно то, что ну, критического, то есть места в Еврокубках, медали, уже ничего не разыгрывалось. Уже все было предопределено, да. В последнем туре у нас вот то, о чем мы говорили, то, с чего и начали. Только вот интрига с подменялась матчем Мерячки. Ну да, его мы уже обсудили. Ну, Техносила Аминьева, 2-1 победа Аминьева, Дмитрий Кирюхин, Александр Прудников забили мячи. Илья Лаевский традиционно забил за Техносилу. И вообще Лаевский провел очень хороший сезон. Там очередной ассистентский дубль от Александра Павленко. Вот, ну, это уже, знаешь, традиционно вообще Павленко. Он, знаешь, мне кажется, к играм ЛФЛ и готовится очень серьезно. Даже, помнишь, месяц назад он давал нам интервью, где нашим корреспондентам рассказывал о том, что там 2 недели не тренировался, находится не в том тонусе. Понимаешь, а человек, профессиональный футболист, так рассказывает об игре Любительской футбольной лиги. Ну что, и своей игрой, в принципе, он из игры в игру и подтверждает. Всегда отрабатывает до конца, бегает, даст фору многим там, 19-20-летним. Вот кому Реальчикам надо брать пример из кого. Поэтому, да, и то отношение, которое игру, которую он показывает, помогает Аминьеву добиваться хороших результатов. И Техносил не самый простой соперник, в принципе. Техносил не самый простой соперник. Отметим, кстати, что в этой игре на уже добавленное арбитром время Генри Аршакян поразил ворот, чуть не поразил ворот соперника, потому что добивал их пустые ворота, чуть выше ворот ударил. И не пошел он на послематчевое интервью, расстроился, Алексей Савулов за него отдувался. И, ну, было видно, что расстроен, но все равно, знаешь, такое позитивное было настроение у обеих команд. Илья Лаевский с 33 мячами заканчивает 2-м бомбардиром высшего дивизиона. Мне кажется, игрок для сборной это 100%. Тут даже и обсуждать нечего, учитывая, что Максима Левского лига потеряла. И как бы, ну, вообще, Максим Левский тяжелую травму получил, об этом чуть попозже. Ну,
Я думаю, что для Аминьева дебют, и об этом Алексей Кулик скажет, в принципе, для дебютанта шестое место – это хорошо. Для другого дебютанта Техносила, та позиция, которую она заняла там в середине турнирной таблицы, тоже, в принципе… Ну, и у одного и у второго коллектива премьерный сезон, так его можно назвать, вылете Юго-Запада. И если Аминьева примерно понимала и по ходу сезона началась корректировка состава, то Техносила общеизвестно было то, что она осматривается. И, соответственно, их внутренний резерв мы с тобой уже тоже обсуждали, то, что он есть. И то есть сейчас... Ну, тоже у Техносила тоже где-то не доезжали люди, не приезжали лидеры. Тоже там были. Ну, то есть, есть, да, запас прочности у Техносилы, и, в принципе, на следующий сезон, я думаю, совершенно по-другому будет этот коллектив смотреться. Я тоже так думаю, но и Аминьеву на следующий сезон, сейчас мы услышим интервью Алексея Кулика, будет стоять задача, какая, скажу потом, сказал он, но все мы понимаем, какая будет задача стоять перед Аминьевым в следующем сезоне. Достаточно посмотреть просто на заявку. Наверное. Ну, да. Алексей, доброе утро. Поздравляю вас с тяжеленькой победой. Дай, пожалуйста, комментарий по игре. Хорошая игра, боевая. Командам ничего не нужно было уже. Поэтому такая полутренировочная. Слава богу, все же целы. Вот. Ну и всем командам творческих успехов на будущее. Скажи, пожалуйста, как ты оценишь выступление команды в этом сезоне? Наверное, на четверочку. Вот. Никогда нельзя подовольствоваться малым. Вот. В следующем сезоне будет задача у нас. О ней объявим попозже. Четверка из пяти или из десяти? Из пяти. Из пяти? Ну все, желаю вам дальнейшей удачи. И скажи, пожалуйста, какие у вас задачи на кубок? Есть ли они? Побеждать в каждый матч следующий. Спасибо, желаю вам удачи. А теперь послушайте интервью Алексея Саулы после матча Аминьева Техносилы, где он тоже подводит итоги сезона для Техносилы. Алексей, дайте, пожалуйста, комментарий по прошедшему матчу. Ну, хороший матч. В принципе, последняя игра сезона. Ни для нас, ни для ребят ничего не решает. Хорошая команда. Мы с ними еще играли на Западе. Поэтому, например, в четвертьфинале кубка играли. Не подъехали еще ребята, там сами отшиши. Хорошая игра, интересная. Без фолов, без грубости. Последнее удовольствие поиграть игра. Могли забить с метра. Последнюю минуту была бы ничья. Ну, наверное, ничья. Дайте, пожалуйста, оценку выступления вас в этом сезоне. В целом, у нас и была задача, я говорил, что в начале сезона привыкнуть, освоиться в лиге. Мы, я думаю, это сделали. В десятку, я думаю, мы, скорее всего, попали. В принципе, нормально. Самое главное, что первый половину сезона у нас проблемы были там с составом. Мы не могли понять там свою игру, найти. Сейчас уже игра есть. Есть состав постоянный. Поэтому все, я думаю, в следующем сезоне будет намного интереснее. Спасибо, Алексей. Удачи в следующих играх. Дальше у нас по событиям хронологическим шел матч Ника Любители. Ника в конце сезона начала себя находить. Провела команда трансферную кампанию. Появились новые футболисты. Вернулся Максим Плаксин. И итогом стала победа над Любителями 5-2. У Любителей ворота защищал в этой игре Сергей Суфляев. Каждый раз новые люди. И причем даже не вратари профильные защищают ворота Любителей. Но мы чуть ранее уже говорили об этом. Этих, да, причинах, не будем возвращаться к ним. Уверенная победа Ники. Максим Плаксина с дебютным голом за старую новую команду. Уверенная победа 5-2. Сергей Комаров очередной неплохой матч провел. По-моему, 2 плюс 2 у него в этой игре. Ну и, собственно, Ника... Ну, такой у них сезон был неоднозначный. Неоднозначный сезон, ты знаешь, и тяжело перестраивается игра, перестраивается команда. Лучше нас, я думаю, вообще будет интересно, как в кубке сейчас команда выступит. Ну и что там будет в следующем сезоне, какие будут сделаны выводы. Какая-то секционная, трансферная политика, посмотрим. Давай даем слово Денису Петренко по итогам матча Любителей Ника и вообще по сезону. По сезону в целом, да. Денис, поздравляю с уверенной победой, с таким, спасибо, счастливым завершением сезона. Дай, пожалуйста, комментарий об игре. Ну, задача игры была проверить готовность команды перед кубком, играть новые связи. То есть у нас довольно много новичков пришло. Сейчас задача дать им интересы друг другу. Я считаю, что все это очень удачно получилось. Команда в хорошей боевой готовности. Ждем кубка. Дай, пожалуйста, оценку выступления команды в этом сезоне.
Выступление получилось неравномерное по ряду причин. Довольно долго мы уходили в группу лидирующих команд, но, к сожалению, отрезок решающий в середине чемпионата провели неудачно. Но затем череда травм, болезней немножко нас подкосили, и, к сожалению, в конце уже осталось биться только за свою честь. Но, тем не менее, достойное завершение сезона, будем делать выводы, фактически строим новую команду. Будем смотреть вперед. Скажи, какие стоят задачи на кубок? Задача всегда одна, только максимальная, это победа. От игры к игре будем идти, там посмотрим, что получится. Спасибо, желаю удачи. Ну, а любители, знаешь, я уже сказал о том, что, надеюсь, в следующем сезоне мы увидим добрых. Ну, пока ничего говорить не будем. Надежда на у нас и на Нику была в определенной ситуации, потому что мы тоже, они когда завалились, тоже говорим, надеемся, они там соберутся, надеюсь, опытный человек Денис Петренко найдет какие-то определенные коррективы, внесет. Ну, то есть, любителям сейчас пожелаем то же самое, то, что пожелали в свое время Ники, наверное. Ну, в принципе, да. И давай поехали дальше. Матч у нас уже начинается, воскресная программа. И это у нас матч между командами «Удар» и «Бутово». Интересная получилась игра. В середине первого тайма «Удар» же вел 3-0. Но дальше, знаешь, как мне кто-то из знакомых, кто также наблюдал эту встречу, сказал, знаешь, как это, ну, такая будет не самая лучшая аналогия, но все равно, знаешь, в этих, ну, во дворе там играют, в дыры? Ну да, команда на команду, и, знаешь, там кто-то смотрит эту игру, ну, за сеткой там, да, и видит, что кто-то там один проигрывает. Знаешь, так каким-то соседям по лавочке дают, на, подержи мое пиво, там, выходит и быстро делает там результат. Так и получилось, что будто какая-то стряска произошла, то какие-то силы появились. И в итоге за 2 минуты 3 мяча они отыграли. 3-3 стал счет. И дальше была ровно, в принципе, относительная игра. Это все в первом тайме произошло. Первый тайм закончился 3-3. И дальше только на 20-й минуте уже второго тайма Кирилл Микоэлян забил мяч, который снова и удар вперед. Ну и дальше Виталий Савченко, вообще, который вот прекрасный матч провел, это преимущество удвоил. 5-3 в итоге победил «Удар». Про Бутова, Антон, вообще про сезон, про что можешь их сказать? Ну, Бутова, мы помним великолепный старт. Великолепный старт, когда мы отмечали молодежь бутовскую, которая ездила, делала результаты. В принципе, мы ожидали от Бутова то, что они выстрелят в этом сезоне, но потом в силу каких-то причин пошел завал, помним то, что там Александр Кротов то играл, то не играл. Кстати, в этой игре он тоже не принимал участия. Также не принимал участие герой прошлого тура с тремя звездочками. То есть, будто к этой игре подошло довольно-таки... Фурсевич, ты имеешь? Да. И к этой игре они подошли довольно-таки скромным составом. Ну, понятно, ребята задачу уже решили. И, то есть, я так понимаю, кто хотел, тот и сыграл в этой игре. Ну, а «Удар», он всегда остается «Ударом». Команда, вне зависимости от того, что происходит, какие там они приезжают, они всегда бьются. Ну, хорошая игра, 5-3, хороший счет, хорошее окончание сезона. Я думаю, и те, и другие получили удовольствие и с хорошими эмоциями буду сейчас бороться за кубок. Ну да, ты знаешь, Бутова был какой-то момент, когда они вот приехали в какую-то игру -1, там еще игрок получил травму -2, они играли, вообще было как-то беспросветно. То есть сейчас появилась какая-то опять... Ну вот стали мы узнавать то старый добрый Бутов, стали регулярно приезжать молодые футболисты. То есть у Бутова получилось хорошее начало. И хорошая концовка. Хорошая концовка. Ну и мне кажется, после победы над тремя звездочками, все мы знаем вообще, как важно для Бутова эта победа. Конечно, уже можно было уходить в отпуск, но ребята молодцы, приехали на последний тур, хотя они всегда не это делали. Я помню, то ли сезон, не в прошлом сезоне, за прошлом сезоне, но как-то последний было, тур да. Не приезжали. Да. Они по «Удару», можно сказать, что очередной ровный сезон. Команда хорошо пополнила свой, так сказать, ростер, я люблю это слово. Из Зюзина перешло несколько хороших футболистов, плюс Игнатьев. Но Игнатьев, знаешь, это постковидное, так сказать, пусковидное замыление чемпионата, конечно, выступил хуже, уже и не всегда в стартовом составе мы его видим. То есть, если он очень ярко, вот когда только из Дюпеля он вернулся в «Удар», и в начале сезона, ну, почти год назад, его, да. Там в ноябре, да, там он постоянно
какие-то голевые подвиги совершал, вел команду за собой, то потерялся он чуть-чуть. Не знаю уж, на фоне новопришедших футболистов, может, там какие-то проблемы у него. Но мастерство никуда не пропадает, восстановится, наберет нужные кондиции и будет снова радовать нас. Ну да, игры. Так удар — это удар, это стандарты, это Виктор Зотов, это Игорь Коровин, это Павел Будённый в воротах. Все, в принципе, игроки известны. К сожалению, у Владимира Цветкова интервью взять немножко корреспондентов не получилось. Говорят, что ускользнули футболисты удары от них, хотя они уверяют, что этого не делали. И как бы я понимаю, что, видимо, где-то нерасторопность наших корреспондентов. Нам есть над чем работать в этом плане. Мне Владимир по WhatsApp прислал комментарий какой-то и по сезону, и по игре. Я думаю, можно зачитать. Да, можно в среднем оценку рассказать, да, с его стороны. Ну, давай там оценим. По игре Бутова, в целом игрой, кроме непонятного затмения с нашей стороны в концовке первого тайма, о котором мы говорили, и результатом довольны. Провели неплохой матч. Победа для нас была очень важна. Во-первых, чтобы переместиться на 1-2 строчки выше. Получилось лишь на 1, Владимир уточняет. Видишь, то есть до удара была мотивация какая-то. Во-вторых, победа всегда важна. Дальше от себя дополняет Владимир, что он не понимает команды, которые в концовке чемпионата типа ни за что не борются. И он, кстати, критиковал любителей в группе WhatsApp за то, что не приехали они на последний тур. Ну, как бы тут уж... Как получилось. Итог сезона в целом... не стоит, я думаю, надо всегда заниматься своей командой и всем остальным. Нет, ну, Володя всегда открытый парень. Понятно, просто когда, тем более, ты не знаешь, что происходит в коллективе, еще критиковать, может, и без тебя и так. Ну, может быть, знаешь, может быть, это не конкретно про... Ну, просто про саму ситуацию. Да, итог сезона в целом для удара. В прошлом сезоне был занят 11 место с 35, в этом 12 с 36. То есть, видишь, примерно на том же уровне. Хотелось выступить получше, но с учетом очень тяжелого старта, когда мы набрали первые 3 очка лишь в 6-м туре, как раз когда Игнатьев появился в команде, итог все равно для нас удовлетворительный. По сути, за выживание мы уже не боролись, отрыв имел место быть, но и подняться выше не могли, набрав слишком много очков после так называемой ковидной паузы. Вот такой адекватная оценка ситуации, адекватная оценка сезона. Итог сезона от удара, от Владимира Цветкова. Все не получается у него приехать. Мы хотим, чтобы он как-то к нам заехал в студию, но пока не получается. Ну, как-нибудь надеемся, это произойдет, и ждем мы его, он об этом знает. Давай следующий дальше. Следующий матч. Метеор Меркурий. Матч, который, в принципе, играли, как можно было назвать, центральным. Играли первая и пятая команда чемпионата. Но это только по таблице. По таблице не в оптимальных составах приехали и одна, и вторая команды. Так или иначе, увидели мы хороший футбол временами и довольно хорошие комбинации. В какой-то момент и эмоции ожили. Безруков Олег прекрасно себя проявил. Забил красивые голы за Метеор. Мельников Павел забил свой гол. И уже казалось бы, что исход матча предрешен. Но на 59-60 минут Меркурий забивает два мяча. Далее следует навал от футболистов Меркурия. Там некоторое время было добавлено. И... В принципе, можно сказать, что так оседлали ворота Метеоров Бориса Меркурия. Имели голевые подходы, но нет, не получилось. Победил Метеор 3-2. По Метеору мы все поговорим еще чуть попозже. Ну, а теперь давай по Меркурию. Как для тебя сезон Меркурия? Ну, Меркурий, как всегда, мужики. Как всегда, стабильно, ниже определенного уровня не падают. Игра команды, честно, мне очень нравится. Самоотдача, с которой они выходят на поле, я о ней, по-моему, в каждой передаче, когда мы обсуждаем еще дивизион, говорю. Ну, великолепный Вайнер, великолепный Слюсаренко. Ну, Вайнер надо говорить какой уже? Вадим. Вадим Вайнер, да. Великолепный Денис Слюсаренко, который всегда... До конца всегда заряжает своих партнеров на борьбу. Ну и, конечно же, Кирилла Круглова, как его не отмечать, там, в последнее время он у нас постоянно практически попадает тренером. Ну, там они с Евгением Найденовым в конце сезона там соревновались. Борьба у них была, да. 13-го с 5-го вместо тренерского состава. Ну, хорошие игры у Меркурия. Там одна победа на Доминиуме, что тоже стоит. Вообще, если сравнивать с выступлением Меркурия...
в этом чемпионате 54 очка набрала команда. В прошлом сезоне 31, та же пятая строчка, стабильность призывок мастерства. Все мы знаем, что Меркурий не имеет каких-то суперспособностей, нет у них финансовой гонки ни с кем. С своим крепким составом ребята играют, и здорово у них это получается. Никому не легко с Меркурием, и я думаю, что в кубке-то мы тоже еще посмотрим. Ну, честно, знаешь, вот то место, которое они заняли в этом сезоне, я могу им такую же оценку по пятибалльной шкале и поставить. Я абсолютно с тобой согласен, тут даже не о чем говорить. Переходим к матчу «Пищевик Керосинка», наша старая добрая классика. Все мы помним, когда Юго-Западная лига переезжала только с вот этого огромного количества полей, которые у нас было, там Ульяновая, Академическая, Теплый Стан, когда все переезжали на одно поле, сначала мы все переехали на Сеты, и помним мы финал того сезона, когда Керосинка стал чемпионом, в добавленное время, когда на 60 минуте там счет сравняли, и там на 60+1 забили. Керосинке для чемпионства нужна была только победа. И вот все это шло, и как бы уже, ну, это уже историческое такое противостояние. Но было видно, что команды, знаешь, близки к отпуску. У Керосинки на скамейке запасных появился Александр Пономарев, который даже руководил игрой. Также там я увидел представителя футбольного клуба «Тройка». Больше мне понравилось, что там капитан, по-моему, «Тройки» появился на стадионе, коробок 8 пиццы неся с собой. То есть отмечал он окончание с Керосинкой. Ну, уже да. Ну, там же мы все знаем, то, что «Тройка» и «Керосинка» команда побратимы. Игроки там в аренду переходят и так далее. И даже там у меня на резерве работал Александр Соколов. Какой-то был момент. Лапшин, по-моему, забил гол. И Лапшин, и Саша Соколов, Александр Соколов, прошу прощения, арбитр наш уважаемый, сказал кому-то, в наушниках это услышал, из Керосинки, там, тренерского штаба, там, Пономарёва, все. Куда, говорит, вы там, кто у вас посильнее, куда вы, там, какую команду забираете? Вот, говорит, там, кандидат еще один. Вот. Ну, отметим только, что у Керосинки в конце сезона вратарская проблема нарисовалась, и тоже разные игроки защищали ворота. Видели мы Игоря Кочергина в воротах, видели мы и Петра Романова. В этой игре мы Дмитрия Третьяка увидели. Перед игрой Дмитрий мне сказал, что это самая легкая позиция на поле вообще, которая только может быть. Вот я для ним... чего он лечился, чтобы в последнем я туре... Я с ним поспорил. Я говорю, я с тобой категорически не поспорю. Помню, ну, в итоге Керосинка выиграл 6-3. Там, конечно, Дмитрий несколько сейвов сделал. Вот таких, знаешь, сокращая угол обстрела. На опте там или где-то ногу выставил. То есть там, ну, и антропометрические данные, да, даю. И мне после игры так спокойно сказал. Я же, говорит, говорил, самая легкая позиция. Тут хотя бы бегать не надо, да. Ну, вот, ну, а «Пищевик» заканчивает этот переходной сезон. Хотим мы взять интервью минуточек на 5 с Олегом Есеновым по поводу вообще этого сезона, потому что это будет интересно. Я думаю, пускай кубковые игры, даже, может, ближайшие, если фильм «Саус-Вест» они играют, должна быть интересная игра. Я думаю, что мы и поговорим. Ну, вообще, твоя видение ситуации по сезону «Керосинки» и «Пищевика»? Ну, ты знаешь, вот на самом деле две команды, которые, в принципе, вот этот сезон весь как на этом, как на американских горках, то есть такие ямы были периодически постоянные, я, наверное, так назову, одних у других, постоянно перетурбации состава, постоянно какие-то проблемы вот эти вот. Ну, то есть вот эту проблему я даже не могу назвать их организационной, нет, ни в коем случае. Ну, просто где-то что-то не получалось. Керосинка, мы знаем, какой футбол играет, они своим традициям не изменяют, да, комбинационный футбол на контроль мяча и так далее и тому подобное. Но в силу каких-то уже причин, ну, не хватает ребят уже объективно 60 минут. Об этом мы говорили и с руководителем Керосинки и в том сезоне уже, да, помнишь, когда еще Александр Пономарев за них выступал. То есть, ну, как бы, надо вот эти вот вопросы уже дорешать до конца, и я надеюсь, на следующий сезон Керосинку все-таки покажешь несколько иной. И, ну, футбол пусть они оставляют тот же, но вот именно вот динамику именно вверх, я надеюсь, у них пойдет.
Про пищевик, ну, мы видим то, что расчет уже идет на молодых игроков, то есть там даже были, приглашались футболисты из вторых дивизионов, пробовались, да, то есть идет постоянная работа, но, в принципе, идет она на омоложение состава. Когда они определятся составом, я думаю, тогда и будут уже выстраивать какую-то стратегию, рисунок и так далее относительно своих игры, и, соответственно, уже тогда можно будет строить планы какие-то на сезон. Ну, мне вот кажется, так. Да, то, что этот сезон прошел для пищевика, команда окрепла, обросла каким-то таким скелетом уже, и в следующем сезоне мы другой пищевик. Ну, ну да, то есть вот две команды встречались, которые с прицелом на следующий сезон уже, все, вот этот сезон, вот, ну, как получился, так получился, называется, знаешь, как любят говорить некоторые у нас руководители, благо, что не вылетели, и слава богу, все, вот заняли в середине, все, здорово, думаем, готовимся к следующему. Ну да, давай Денису Ванюшину, футболисту Керосинки, слово даем по итогам матча с пищевиком, по итогам сезона. Денис, поздравляю вас с уверенной победой. Дай, пожалуйста, свой комментарий об этой игре. В целом, переиграли пищевик. У них хорошая команда, но у нас сегодня собралось много человек. То есть приехало 5 замен было. Единственный минус, у нас не было вратаря. А так, в принципе, с игрой справились. Ну, соперника переиграли сегодня. Дай, пожалуйста, оценку выступления Керосинки в высшем дивизионе в этом сезоне. Ну, игра такая была... В этом сезоне переменчивая, то есть то выигрываем, то проигрываем. Большие серии были из поражений, но еще меня не было. А так, естественно, уже под конец тоже так же перепады были и поражения, и победы. Скажи, пожалуйста, от чего зависели эти перепады? В первую очередь зависело от того, что сколько игроков приезжает. То есть, когда есть замена, играем хорошо. Нет замены, мы намного, ну, команда послабее становится, потому что сил не хватает на соперников. А скажи, пожалуйста, ставь какие-то задачи на кубок? На кубок? Ну, естественно, победа во всех матчах. Только победы. Спасибо, желаю вам удачи. Спасибо. Дальше у нас последняя игра. По хронологии, вообще по факту, как получилось, 3 звездочки заряд. Я говорил о том, что, может быть, Метеор Меркурий была центральной встречей. Ну, в принципе, эта встреча тоже имела шансы быть центральной. Третья и четвертая команды встречались. Ну, у заряда, скажем откровенно, приехало много игроков основного состава. У трех звездочек тоже были и проблемы с составом. Антон Андреянов, столб обороны. Буквально вот в четверг, прошлой неделе назад, покинул команду и перешел в футбольный клуб «Барс» на запад. И надо эти проблемы. По-хорошему, два центральных защитника осталось в распоряжении Артема Цырина. Это Масейкин и Корнеев. Но очень здорово использовали они в этой встрече на позиции центрального защитника Романова. Надо отметить. Ну, также мы знаем, что Аксенов может играть в центральный защитник. Там разберутся. Плюс после встречи, вы послушаете, Артем Цырин дал хорошее интервью. Спасибо ему за это. Он сказал, я всегда за. Где я посетовал на травму футболистов. И Артем понимает прекрасно о том, что через Еврокубки, о которых, конечно, звездочки думают, можно попасть только через кубки. Ну, или если выиграет кубок, соответственно, Метеор и столица Артель. Тогда команда третья будет в Еврокубках. Рейтинг нашей лиги таков, что всего 3 клуба. И будем надеяться, что 3 клуба эти в следующем году сделают так, что будет хотя бы 4. Но это уже разговор. Не зависит больше разговор, от них. Да, далеко идущих дней и следующего года. Товарищеская игра, по большому счету, была между ними, потому что третье место уже бетон было у трехзвездочек, четвертое бетон было у заряда. Ну, ребята, одни с ограниченным составом, другие там, те, кто не наигрался, приехали, сыграли, я думаю. Ну, так по игре, если оценивать вот то, что я видел, я смотрел полностью игру, но 3 звездочки все-таки смотрелись предпочтительнее. Эти тоже как непосредственно участник событий, посильнее. Петр Лебедев, да, говорит, могли и отыграться, и все. Ну, да, там полмомента какие-то были, но в целом, конечно же, звездочки были поинтереснее. Но это я говорю, не было состава у заряда как такового. Там, да, там, может быть, Павел Голанов, Зураб Кварацхели. Кварацхели. Андрей Волобуев, наконец, за основную команду появился. Антон Семкачев, основной вратарь, играл. Это понятно. Да, были, да, да. Были. Нет, ну, Волобуев вообще, по-моему, дебют вышки в этом сезоне. Ну, он играл за дубль. Но, да, это просто человек просто, ну, не хочет сам по себе. Так, конечно, это футболисты высшего дивизиона Юго-Запада, так точно. И, ну, вопросов нет. Как желание появится, он вернется. Да, да, знаешь, Артем Цырин, сейчас мы вернемся к звездочкам.
сказал хорошие вещи в интервью, что, в принципе, третье место закономерно. Значит, можно было бы сказать, да вот, там мы что-то там потеряли, нас растащили футболистов, у нас забрали Севастьянова, у нас забрали Никонова, забрали Пурцеладзе. Некрасова. Некрасова, там все, все рухнуло, там в любой команде забери, все. Нет, человек спокойно дает интервью, говорит, закономерно, третье место, будем через кубок стараться попасть на кубки. Молодец, браво. Заря тоже, я уверен, будет стараться показать максимальный результат в кубке, потому что, конечно же, руководство «Заряда», знаем амбициозность Петра Лебедева, этими еврокубками грезит. Ну да. Тем интереснее будут кубковые соревнования. Давай мы дадим слово сначала Петру Лебедеву. Петь, понимаю, да, не сбор, 1-2. Дай, пожалуйста, свой комментарий об игре. Ну, на самом деле, даже по несбору не могу сказать. Сегодня достаточно равная игра была. В первом круге 0-4 сгорели практически. Ну, скажем так, в одну калитку. Сегодня вязкая, тяжелая игра, много моментов. И на самом деле могли сравнять и выиграть могли. Ну, понравилась игра такая, боевая, хорошая. Дай, пожалуйста, оценку выступлению команде «Заряд» в этом сезоне. Ну, не могу сказать, что плохо выступили. Для дебютанта я вообще считаю, что деревянные медали, наверное, со старта это вполне себе неплохой результат. Надеялись на большее, но потерянные очки по несборам, наверное, все-таки дали результат. Не хватило именно этих трех матчей. 9 очков, я думаю, вполне бы за второе место, за третье могли бы побороться. Но это сослагательное наклонение, к сожалению, в спорте они, как и в жизни, результатов не приносят. Поэтому неплохой результат, 4-е место, в принципе, для стартового сезона. Еще кубок впереди у нас. Будем думать, будем развиваться, будем ротировать состав, будем следить за сборами. А так, в общем-то, надеялись на тройку, но футбол есть футбол. Я думаю, что для первого раза, в общем, даже неплохо вышло дивизионе. Да, скажи, пожалуйста, уже стоят какие-то задачи на следующий сезон? Пока непонятно. Сумбур, во-первых, сезон начнется у нас не скоро, нам еще предстоит кубок отыграть, нам предстоит, я так предполагаю, что зимний кубок отыграть, если будет анонсирован в лиге этот турнир. И сезон стартует в марте, еще полгода до него, поэтому тяжело ставить какие-то вообще неизвестный формат ЛФЛ, никто не понимает, что будет, как все это будет выглядеть, что будет с пандемией, что будет в стране, поэтому ну, будем отталкиваться от того, что есть. Все новости следим, читаем, отсюда будем думать. Поздравляю вас с 4-м местом, заслуженным, и удачи в кубке вам. Спасибо. А теперь слово бронзовым призерам, трёхзвёздочкам Артёму Цырину. Рядом со мной Артём Цырин, главный тренер команды МГУ «Трёхзвёздочки». Артём, поздравляю вас с завершением регулярного чемпионата. Могли бы вы вкратце прокомментировать итоги этого первенства для трехзвездочек? Ну, в общем, итоги для нас получились, наверное, закономерные, с учетом того, что лига усилилась. Вот. А у нас был очень длинный сезон и сильно поменялся состав. То есть мы начинали одним составом, потом у нас уходили, приходили игроки, подожали другим, а сейчас заканчиваем третьим. Так что, наверное, за чемпионство мы объективно не могли в этом году побороться. Третье место, конечно, хуже. Должны были вцепиться за второе. Была такая цель. Ну, нюансы помешали. Вот. В следующем сезоне будем стараться выйти на чемпионский уровень. На кубок, для команд высшей лиги, стартующий через несколько недель, задачи стоят перед тремя звездочками, потому что не секрет, что в Еврокубке вы можете попасть только в случае победы в кубке. Да, конечно, в вашем вопросе содержится ответ. У нас единственный шанс попасть в Еврокубки – это выиграть кубок, ну, или проиграть в финале чемпиона. Да, если кто-то из первых двух команд победит, то в кубке, тогда, соответственно, трёхзвёздочки будут играть в кубке ЛФЛ. И вопрос по селекционной политике. Сейчас уже есть у вас какие-то мысли по следующему сезону, как будет команда усиляться? Может, с какими-то футболистами уже предварительные переговоры идут именно на следующий сезон? Ну, если сказать, что мы с какими-то звездами говорили, то нет. А если нам кто-то и нужен, то нам нужна именно звезда. Вот. А вот так у нас хороший, сильный состав. Надо, чтобы люди залечили свои травмы. Это касается Тимура, это касается Вити, который восстанавливается, но пока еще не полностью готов. Вот. И в таком составе будем бороться за высшие места. Артём, спасибо вам большое и удачи на полях Звезда в матчах Кубка. Ну и поздравляем мы
призеров, чемпиона, и забыли мы еще. Ну, не забыли, просто эта команда не играла в этом туре. Команда столицы Артель. Много мы говорили об этой команде. И по ходу сезона. И по ходу сезона, и Юрий Давидов был у нас в студии в начале этого сезона. Ну, в целом, для новичка выступили они прекрасно. Сейчас мы эту тему чуть продолжим. Второе место столицы, это, конечно, успех. Команда точно будет играть в Кубке ЛФЛ. Да, команда потерялась в основном нападающего Максима Левского, но я выскажу свое честное мнение, что Владимир Поваляев в сезон провел сильнее, чем Максим Левский. Ну, вопросов нет, потому что в ключевые моменты как раз Владимир Поваляев на себя брал вот это лидерское бремя и бремя главного бомбардира. А Максиму, честно, в связи с последними событиями, я комментировал тот матч. Желаем здоровья, конечно. Да, я думал тогда, то, что обойдется. Связки, да. Кто не знает, уже пронесло заявки другой команды, но, к сожалению, разве крестообразные связки у Максима Лепского. И желаем ему всяческого здоровья. Надеюсь, что скоро, ну, уже понятно, в следующем сезоне увидим его уже не здоровым, а в прежних хороших игровых кондициях на полях Любительской футбольной лиги. Так как команда не играла в последнем туре, тяжело было взять у кого-либо интервью, но у нас есть добрые отношения с некоторыми игроками столицы. И говорим огромное спасибо Вильну Петросову, который согласился для нас прокомментировать итоги сезона для столицы Артель и вообще рассказал, чего нам ждать в будущем от этой команды. С игровской точки зрения, подчеркиваем, это не мнение руководства, это мнение игрока, но не менее от этого важно. Рядом со мной находится центральный защитник команды столицы Артель Вилен Петросов. Здравствуйте, Вилен. Здравствуйте. Ну, сразу первый вопрос. Как вы оцениваете дебютное выступление команды в высшем дивизионе Юго-Западной лиги? Ну, оценить первый сезон можно на оценку хорошо, хоть мы, в принципе, сходу и боролись за чемпионство. Вот, чемпионат получился довольно-таки интересным, где-то недооценка соперников, где-то не сбор, проблемы с составом, травмы сказали, конечно, свою роль, что не поборолись, скажем так, в последних турах за чемпионство. Вот, ну, до первого сезона, в принципе, думаю, сыграли неплохо. Вот, сделаем работу над ошибками и будем двигаться дальше. В следующем сезоне вам предстоит борьба в Еврокубках, конкретно в Кубке ЛФЛ. Трансферная политика команды под этот турнир будет претерпевать какие-то изменения? Насчет этого прям точно ответ дать не могу, но учитывая то, что руководство перед клубом ставит всегда высокие задачи, я думаю, что-то будет проводиться. Вот. Что касается самого турнира, это новый для нас вызов. То есть, ну, также будем стараться, скажем, выиграть его или по максимуму пройти дальше, сыграть хорошо. Ну и последний вопрос. Как вы оцениваете потерю одного из ваших центральных нападающих, Максима Левского, который перешел в Real Sport? Ну, конечно, большая потеря, так как игрок за сезон забивал там за 20 плюс 30 мячей. Вот. Очень, конечно, жалко, что он нас покинул. Вот. Ну, покинул в хорошем смысле слова, то, что перешел. Вот. Ну, думаю, руководство также проведет какие-то трансферы. В любом случае нужно будет искать замену. Вот. Максиму желаю удачи в новом клубе. Антон, ну и давай подытожим в целом высший дивизион. Сегодня мы много уже отдали времени ему. Смотри, Метеор, столица Артель, МГУ, Заряд, Меркурий, Аминьево. В шести топ-командах три команды новичка. Ну, здорово. Которые вошли в прошлом сезоне из первого дивизиона, плюс Метеор, который провел, можно сказать, смену названия, такой рембрендинг. Об этом мы сейчас скоро все узнаем. И в целом, ну, вообще плотность турнирной таблицы мне понравилась. Сезон был классный. Не было откровенно проходных игр. Ну, конечно, там бывало, что кто-то не доезжал. Ну, это выходил единичный минус случай. Один, да, там, но в целом это был классный чемпионат. Уровень лиги в целом повысился. Новая кровь, то есть, получается, сработала. Очищение идет хорошо. Да, ты знаешь, и нас всем прекрасно знаем о том, что у нас сейчас с первого дивизиона, сейчас мы будем через некоторое время еще обсуждать и события, которые там происходят, уже, конечно, не так подробно, как в первом, потому как в высшем, потому что в первый дивизион
еще у нас будет передача, посвященная именно закрытию первого дивизиона, и там мы уже обо всем подробно говорим. Сейчас давай в конце мы назовем как бы героев сезона. Лучшим бомбардиром стал Игорь Фомич, 44 мяча, Илья Лаевский, 33, третий Максим Лепский, здоровье ему 28, Георгий Красюков, молодой футболист и звездочек, 27, и Павел Голанов на пятом месте с 26 забитыми мячами. Это что касается у нас бомбардиров. Ассистенты тот же Павел Голанов, 25, Евгений Шендрик, 19, Владислав Курьятов, 18, Игорь Фомич, 17, и Павел Аксенов, 16 голевых передач. Также отмечу, что Никита Иванов, 14 на 6 месте, игрок Пищевика, молодой футболист. Гол плюс пас, Фомич, Голанов, Шендрик, Лаевский и Владислав Курьятов, футболист Меркурия, замыкает это. Я бы этой тройке ответил Евгения Шендрика, который очень давно уже не играет, но это не помешало им 7 гол плюс пас занять третье место в итоговой таблице. Ну и вратари, коэффициент непробиваемости, да, и видимо, что Андрей Стекачев 28 матчей сыграл, 1.68 у него коэффициент. У Суркова Андрея Столицертель, вратаря сборной, ну, одного из кандидатов сборной, по факту два последних матча именно Андрей защищал ворота. 2.14 коэффициент. Также отличный сезон нашего неувидающего ветерана Алексея Сухова. У него по 26 матчам он провел и 2.38 коэффициент. Ну, еще один Алексей Преликов, также заслуженный ветеран, 21 игра и 2.76 пропущено. Игорь Крючков и Александр Локтионов также в первой шестерке. На пятом месте Крючков, 26 матчей, 2.92. И Саша Локтионов у нас по 21 матча, 3.14 коэффициент. На этом мы давайте закончим о высшем дивизионе. Сейчас у нас появляется Тихон Фисейский, и мы говорим о метеоре. Поздравляем всех с окончанием сезона вышки. Друзья, ну и наконец к нам присоединяется Тихон Фисейский, руководитель команды «Метеор», команды чемпиона. Тихон, ну в первую очередь хотим поздравить с чемпионством. Спасибо. Долгожданное, наверное, чемпионство. Первый раз в истории клуба, которым руководит Тихон. Кто не помнит, мы напомним, что до этого команда называлась «МММ». Мы об этом подробнее всего поговорим. Ну как вообще вот складывался сезон? Слушай, ну это было... конечно, сложно и неожиданно, потому что вообще-то команда к этому шла примерно... Ну, то есть вот мы после того, как у нас был чемпионский матч, мы сели, и я посчитал, что 10 лет мы пытались выиграть. И это не просто, знаешь, там мы там просто играли, значит, в свое удовольствие, а были цели, были там задачи в свое время еще, там, когда к нам присоединились, там, может быть, помнишь, футболисты там достаточно сильные, да, там Рома Заикин, Егор Шайков и так далее. Был какой-то момент, когда мы прям решили выиграть. Ни хрена не получилось. А в этом году мы решили получать удовольствие. Вот так оно и бывает. Неожиданно, но при этом достаточно закономерно, потому что вот подобрались люди и такой состав, который действительно способен был и абсолютно заслуженно, я считаю. Ну, мы отмечали смену микроклимата в раздевалке, когда Зуропантий у нас был в студии. Абсолютно. Мы говорили о том, что вот эта музыка, кто-то отвечает за музыку, какой-то идет настрой, трэш, именно вот установка, какой-то профессионализм появился в клубе, и как-то раскрепостились футболисты, и в этом сезоне мы увидели многих игроков совсем с другой стороны, да, Антон? То есть, ну, тот же, да, Старожук, тот же Фомич, вообще раскрылись по-другому. Да, ну, во многом это заслуга Зуры, конечно, как тренера, что он смог подобрать какие-то слова и какие-то действия, да, предпринял к тому, чтобы команда заиграла немножко по-другому, потому что на самом деле тоже Игорь Фомич, да, еще год назад он не так играл, как в этом сезоне, да, то есть, ну, во многом, конечно, благодаря всей команде, вот, но все равно это и заслуга тренера, естественно, в первую очередь, что он так смог его, в каком-то смысле, раскрыть. Ну да, Игорь Фомич провел блестящий сезон, 44 мяча он забил, при том, что не во всех играх принимал участие, и, конечно, снайперский результат. На самом деле 46, извините. Ну, 46, потому что просто два не засчитали не на него, это наша ошибка. Ну, уже сейчас... И 17 голевых передач, 23, ну так можно сейчас досчитать. Вот узнай, Ярослав, это к себе, кстати, относится. Потом не говори. И своим сотрудникам. Мы тебя критикуем, да. Вообще, прекрасный сезон провел «Метеор» еще, даже если сравнивать с предыдущим, плюсом 42 очка получилось у команды, если... Этот сезон закончили 74 балла,
то, что закончили 32. Ну, в прошлом сезоне, надо сказать, что мы чуть не вылетели. И вообще, как бы, в какой-то момент там была ситуация, это не только в прошлом сезоне, но и в других сезонах, когда мы уже думали, что надо все заканчивать, закрывать, надоело, нет сил. И прям в прошлом сезоне был такой момент очень яркий. Мы даже там, вот Андрей Петров, наш капитан, мы с ним много на эту тему, много лет уже общаемся. Вот, и как-то я уже пришел, там, мы встретились, я говорю, все, надо, короче, надоело, не могу больше. Вот, на это смотреть, он говорит, ну, давай доиграем. Хорошо там, ну, давай доиграем, там, посмотрим. Вот, примерно такой был настрой. Вот, но как-то все неожиданно поменялось. То есть, видимо, мы оттолкнулись от дна в каком-то смысле. На самом деле, по тому сезону я могу вспомнить о том, что мы с тобой это тоже, кстати, обсуждали неоднократно, о том, что на тот момент еще МММ называлась команда, и постоянно вели в счете. То есть, то 1-0, то 2-0, но либо в ничью играли, либо проигрывали. Особенно там, в концовке. Да, особенно в конце вот этого. Чемпионата. Да, и то есть, вот там посчитали там какое-то неимоверное количество очков вы потеряли, то есть, могли гораздо выше находиться, там что-то не в пятерке закончить, а в итоге боролись за выживание. В этом сезоне, наоборот, как-то больше уже собранность была, где-то выдержка уже у команды появилась в плане обороны, да, и вот великолепная игра Фомича, которая тянула за собой команду всех остальных. То есть ребята знали свою задачу в этом сезоне, что бросило в глаза вот эта целостность именно игровая. Ребята знали то, что когда делает. Есть нападающий, который всегда зацепится, под него надо вовремя открыться и так далее. При потере мяча там грамотно закрыть зону, не давая сопернику провести там разящие контратаки. То есть командная игра именно стала более сбалансированной. Вот что бросилось. Ну да, наверное, соглашусь. Это является залогом, наверное, успеха. Но это идет на самом деле немножко раньше все. Я считаю, что вот если там говорить про какие-то там, почему так произошло, да, вот просто достаточно банальный вопрос, мы там с ребятами собирались тоже уже после. Моя версия такая, что это, конечно, некое отношение к делу, которое в какой-то момент стало у всех одинаково профессиональное, серьезное, какое-то ответственное. Ну вот даже ты говоришь про раздевалку, да, в которой действительно у нас там был момент, когда мы реально включали музыку там. Но это, чтобы включить музыку, надо за полчаса собраться. Конечно. Когда весь состав, я там последний обычно захожу в раздевалку, вот, и все сидят уже, все готовы, да, но как бы тут вопрос вообще как бы нет, да. С этого все начинается, с профессионализма, с такого. Наверное, вторая еще вещь, которую я бы тоже хотел отметить, это то, что так подобрались люди, которые просто нетерпимы, знаешь, к поражению. То есть, вот если там он правильно говорит там, в прошлом сезоне, в концовке нам всегда кто-нибудь забивал гол. Это, ну, то есть, и да, я помню твою реакцию постоянно, ты там уже вот так вот ходил, просто бросал все, что можно бросить. Да, ну, просто обидно, потому что мы неплохо играли, действительно, и там, там Леха Хадыкин, который тогда как бы тренировал, он со своим вот этим подходом, там, кто знает, выстраивал игру, в принципе, в каком-то смысле он и фундамент заложил, наверное. Вот, но не хватило вот этого менталитета победителя, а в этом году, ну... Психологическая уверенность даже какая-то появилась, более собранно ребята сконцентрированы стали выходить на игру, и вот этих провалов, временных отрезков, их ну, практически нет в игре. То есть мы это отмечаем с Михаилом, каждый там передач, то, что существует там за игру 5-10 минут, когда команда заваливается. У Метеора, в принципе, в этом сезоне на таких отрезков можно, наверное, по пальцам одной руки пересчитать. Ну, да, в общем, как-то так получилось. Вообще, если отмотать пленку, можно сказать, уже почти полтора года назад, когда вот МММ заканчивал сезон на 18-19, мы с тобой каждую передачу хвалили Алексея Хадыкина, то, что игра налаживается и все. И для нас, когда мы узнали в начале сезона, что команда теперь готовит Зурапанти, это было очень неожиданно. И мы с тобой в первой же передаче, посвященной высшему дивизиону, говорили, то, что мы не понимаем не то, что почему это произошло, а это очень неожиданно, потому что отмечали мы работу, вот хотелось бы Тихону услышать вообще, как вот это вот... Попытались, как пришли к такому похожий, решению. Похожий вопрос пытались задать Зурабу, он нам на него ответил тогда, кстати. И вот хотелось бы просто мнение руководителя. На самом деле это не мое решение, это действительно так сложилось, потому что Леша сам решил как-то закончить работу в команде, видимо, там, не знаю, почувствовал, что какой-то там вот отрезок, когда он провел, там, к чему-то пришел и понял, что там дальше ему там не хочется или там не может, там, не знаю, не видит себя. Может, больше дать не может. Ну, как-то просто пик, вот он уже все изжил себя, то есть морально, можно даже первый. Причем, как бы, с Лешей мы там постоянно, там, ну, как бы, то есть и сейчас на связи, он там, ну, как бы, в нашем кругу, вот, но там как-то так сложились обстоятельства, и он просто сказал, что давай я все, как бы, ухожу из этой истории. Ну, пришла идея Зуру позвать
Ну, на самом деле, самому удивительно, как это в голову пришло, потому что у него же не было тренерского опыта. Не было, и он говорит об этом нам в интервью. Мы после того, как с Тихоном поговорим, мы дадим короткое флеш-интервью Зурабанте. Да, ну, то есть, ну, это как-то вот родилась идея, что вот это тот человек, который может вокруг себя объединить людей. Ну, вы там все знают, наверное, Зуру как человека такого с определенным характером, с определенным подходом, да, за него люди бьются. И плюс к этому, конечно, он тактически очень грамотен, да, то есть он просто как бы взял вот то, что было, и нашел самые какие-то сильные стороны в каждом игроке, и их правильно использовал. На самом деле у нас состав не так сильно поменялся. Ну, игроки раскрылись, да, некоторые, да, но вообще с другой стороны. Мы об этом и говорили, да. А не было такого, то, что вот решили вы, что Зураб возглавит команду, Зураб говорит: Тихон, окей, я готов, но мне нужен тот-то, тот-то и тот-то. Удивительная вещь тоже, о ней стоит, наверное, сказать, что вот этот сезон, с точки зрения, знаешь, там, ну, вот есть там, как бы, какие-то там административные там ресурсы, да, моменты, когда ты можешь себе что-то позволить, каких-то игроков пригласить и так далее, это самый сложный для нас в плане возможностей сезон. Были сезоны, когда мы, ну, намного больше, скажем так, там, в каком-то смысле там денежном тратили. Ну, у вас играли известные игроки. Да, сейчас были очень ограниченные ресурсы. Очень ограниченный ресурс, поэтому, когда Зуры встретились, он говорит: слушай, ну нам надо там, я говорю: слушай, по-другому пойдем. Такая ситуация. Тут, короче, да, такое дело. Тут ты, конечно, тренер, но как бы, знаешь, работай с тем, что есть. Денег нет, но вы держитесь. Примерно так. И на самом деле тоже удивительная вещь, что вот, ну, вроде как классическая, да, там какая-то фраза, да, что не это выигрывает, то есть не ресурс выигрывает, там, не какие-то возможности, а какое-то грамотное использование, да, того, что есть, и это вот абсолютно продемонстрировано было нашей командой в этом сезоне. Это просто обращайтесь, могу точно рассказать. Как это делается, да? Ну, то есть я не знаю, как это делается, надо к Зуре правильно пойти, но... Ну, это уже совершенно другая история. В общем-то, да, в общем-то, это пример, да. Вообще, вот, начался удачный сезон, пошло как бы вот по рельсам, команда начала набирать очки, шла в лидирующей группе, что, конечно же, очень резонансно смотрелось по сравнению с прошлым сезоном, где команда там до последнего билась за то, чтобы остаться в высшем дивизионе. И мы тогда, помнишь, Антон свои расклады давали. И когда вот и у Зураба мы спрашивали в студии, он говорит: мы, говорит, живем от матча к матчу. И когда вот пошли вообще первые разговоры о том, что, ребят, мы можем в этом сезоне большое дело сделать. И были ли они вообще? Были вообще. Знаешь, на самом деле, вот, наверное, в самом-самом конце. То есть мы реально, вот то, что Зура там сказал, живем от матча, это 100% про наш сезон и про наше отношение вот к этой ситуации. Мы на самом деле до последнего, да, с тем же Андреем Петровским, много как бы рассуждаем, и как, у нас есть рефлексии на тему команды, там, зачем все это нужно. Как бы мы вообще не, ну, то есть мы до последнего это даже мысли не впускались. И, ну, понятно, что где-то она там на подкорке была, но там у меня лично, я до последнего матча, до матча с любителями, был уверен, что что-нибудь-то в конце как вот не пойдет. Не пойдет. Надейся на лучшее, готовься к худшему, да, это, ну, русская, да, поговорка есть такая. В общем, так и было. По сезону можно ли выделить каких-то игроков в линиях? Мы отмечаем, что, ну вот, наверное, мы говорим то, что многие футболисты Метеора вообще мы увидели с других сторон, раскрылись они. Мне кажется, только вот, по-хорошему ничего не изменилось у Андрея Стекачева. Он как был лучший вратарь прошлого сезона, по моей версии, он так и остался. И даже если посмотрите на сайте статистику там непробиваемости, для вратарей, кто сыграл больше 20 матчей, там посмотрите цифры, и все будет понятно. Абсолютно согласен, что там, Андрей это вообще выдающийся, как бы, игрок там сейчас в ЛФЛ, наверное, вообще, в принципе. Но даже здесь дело не в том, что статистика или там количество голов, а в принципе его вот, как бы, подход к этому всему настолько серьезный и профессиональный, потому что, как бы, человек там не знаю, не получает там зарплату, условно, как там некоторые. Ну, в принципе, в ЛФЛ бывает. Но при этом такое отношение и такой подход, там, ну, я не говорю про то, что собраться за 30 минут, и он держит себя в форме, там, тренируется, готовится там, к играм и так далее. Одну игру человек пропустил, по-моему, за сезон. Ну, 30-й тур. Последнюю, которая уже ничего не решала. Да? Вот. Не готов выделять никого, если честно, потому что абсолютно, я вот просто тоже думал об этом, да. Можно ли кого-то? Нет, потому что все просто настолько выложились, там, ну, как бы,
нельзя здесь кого-то одного выделить, это просто будет неправильно. Понятно, что есть просто статистические какие-то яркие моменты, как Андрей на воротах, мало мячей при всей игре, там забил много, но так я бы никого не выделял. Ну вот тоже, да, на самом деле, сказать там полузащиты Метеора, там, опишите там сильнейших игроков. Ты знаешь, мне кажется, 10 человек от России и 10 человек могут сказать разные фамилии, и каждый по-своему будет прав. Это да, это в принципе, так, ну, в оборонительной линии, ну, там понятно, там... Ну, там правый защитник Андрей Петров, центр, ну, уже который год, там, в воротах Андрей Стекачев, это мы знаем. Центральные защитники там менялись. Да. Павлов и Стражук. Да, да, да. Павлов там травму в конце получил, Стражук тоже. И при том, то, что помнишь, мы с Рабом, когда общались в начале сезона, и помним мы, что Алексей Хадыкин, Стражук же центрального защитника, играл в конце. И мы задали этот вопрос. Одно из первых действий Зураба было то, что он перевел Стражука в среднюю линию. Он стал играть центрального полузащитника. И мы задали этот вопрос. И он говорит, я вообще не понимаю, ну, не в обиду Алексея, почему он использовал его на позиции центрального полузащитника. Ну, и в итоге потом возвращается сам к этому решению. К резервному варианту своему. То есть показывает о том, что Стражук вообще очень универсальный футболист. Абсолютно. Он может сыграть там на 6 позициях, да даже на самом деле на 7. Без потери качества. В принципе, да. То есть Леха это один из тех людей, который просто нас в какой-то момент выручал, потому что он мог просто на любую позицию уйти. Ну, потому что он всегда желание, он всегда сконцентрирован, он всегда очень ответственно подходит к каждой игре, мне кажется, вот это ему помогает. 100%. Тихон, Еврокубки. Помним мы, что, ну, относительно недавно, там, 2-3 года назад команда выступала уже в Кубке ЛФЛ. И, ну, в принципе, так и за всю историю взять, то команда МММФ, тогда еще как называлась, ну, часто довольно выступала в Еврокубках с разным успехом. Ну, да, ну, были эти выступления, то есть абсолютно не новичок, там, например, в отличие от столицы Артель, которая у нас будет тоже дебютировать в Еврокубках, а здесь тем более сразу и Лига Чемпионов, всего 8 команд, нет, у нас не 8, получается 16 команд Лиги Чемпионов, от нас одна команда. Вообще мысли какие-то сейчас идут об этом? Слушай, ну, на самом деле, вообще мысли на следующий сезон, мы, ну, то есть, как бы, они какие-то есть, но мы ничего конкретного с ребятами пока не обсуждали. Мы, наверное, понятно, что будем там приоритет ставить, выступление там, ну, это, сейчас я свои мысли говорю. Я понимаю. Пока без обсуждения, у нас достаточно такая, знаешь, в команде демократия, и не то, что я там, все, мы там ставим цели, вот все. И все, все не слушайте, да. Абсолютно не так, мы, как бы, очень коллективно все там решения принимаем. И договариваемся. Ну, наверное, если мое мнение, то да, наверное, мы будем, как бы, понятно, стараться там бороться за самые высокие места. Не будем себе ставить никакую цель, наверное, будем просто от матча к матчу, вот так же, как мы в этом сезоне выступали. Вот. Но понятно, что участие там в Еврокубках, две игры там на выходных, это требует там определенную там скамейку там и так далее. И это там все вопросы, которые требуют такого большого обсуждения. Ну, хорошо, что они есть, потому что некоторые там говорят, например, мы будем играть своими силами. И в итоге мы тоже будем своими силами играть, просто, ну, благодаря тому, что у нас как бы есть вот история про то, что там Метеор это как бы футбольная школа. Ну, это вот мы сейчас хотели отдельно обсудить, почему смена названия, да. Чтобы ты рассказал, ну, да, про Метеор. Это вот мы сейчас закончим вот эту еврокубковую тему и дальше начнем. А просто это связано, потому что это требует игроков. А игроки у нас так получилось, что поскольку вот мы сейчас перейдем к футбольной школе, у нас есть тренерский некий состав. И это, в принципе, играющие ребята. И многие фамилии, которые там у нас есть на карандаше, скажем так, о них там Юг-Запад ЛФЛ, может быть, вообще не слышал, да, там, и как бы, в общем-то, у нас есть определенные там планы какие-то по трансферной политике. То есть, скажем так, есть какой-то вот внутренний ресурс, резерв. Да, ну, резерв, есть, да. Есть очень люди на карандаше, а да, получится или нет, там, да, уже в зависимости от ситуации, да. Да, да, да. Ну вот вернемся мы к тому, что начали обсуждать минуту назад, смена названия. Помню я, как наш большой друг, всегда который нас смотрит, Геннадий Леонидович Кос, кстати, по-моему, от него от первого я узнал о том, что Метеор, ну, низшие дивизионы начинают же раньше, чем вышка. Вот, и от него, по-моему, я узнал, что Метеор... Ну, он просто в курсе. Мы еще не решили, на самом деле. А он уже был в курсе, да? И говорил о том, что МММФ больше не Метеор. Никакого отношения к МГУ они не имеют. И то, что он попросил Тихона убрать с майка название МГУ. И с сайта все это убрать, что одна из старейших команд. Да, я помню, все это он рассказывал. Это ревность. Мужская такая.
МГУшная. МГУшная футбольная. Ну так вот, давай поподробнее, почему вместо МММ мы увидели Метеор в этом сезоне? Да, ну шутки шутками, но на самом деле это болезненное было очень решение. Я не знаю, там ты, наверное, вот помнишь, я просто недавно, вот, если ты помнишь такого человека, Дима Кипкало, который начинал вообще МММ. Конечно. Основал эту команду. Вообще она была основана, ну, здесь у нас написано 2002 год, а на самом деле есть люди, которые, вот Андрей Петров, он играл в 99-м году. На юге команду. Еще, по-моему, если не ошибаюсь. Ну да, там, по-моему, первый там какой-то там сезон или полсезон. 99-й год, то есть команде 20 лет. Ну, это реальный срок. И мы меняем название. И это, конечно, там, для меня было очень тяжелое решение. Вот, потому что, ну, я, во-первых, конечно, люблю там родной университет, там, и много людей через это все прошло, и как бы эта история, она как бы имеет какое-то место в жизни. Вот, но так получилось, что, знаешь, вот, и это тоже этот сезон это показывает, что у команды должна быть какая-то идея, да, там, звездочки, да, к примеру, у них реально ребята, ну, как бы студенты МГУ, да, и они как бы вокруг этого сплотились, какая-то тусовка, они там вместе играют друг за друга, туда-сюда, вот у них есть какие-то результаты. Я не знаю, какие идеи у других команд, но есть, наверное, что-то старое, там, Метрологик какой-нибудь, там, Бутово, да, там, у них там тоже своя какая-то ну, история. Ну, свои, да, кто-то по территориальному. Да. Ну, я сейчас тоже не знаю там нюансов, но я предполагаю, что там есть какая-то там своя фишечка, да, команда. А у нас там потерялась, потому что передача поколений в МММ, она обрывалась в какой-то момент, то есть мы не смогли набрать вот этих вот там студентов каких-то там, которые и по уровню соответствуют, и по идейным каким-то... Все химик с тремя звездочками перегрызли. Да, да, Кос, конечно, в этом смысле. Он, конечно, нам не один раз вводил каких-то там... Ну, короче, не важно. Ну, понятно, звездочки всегда... Ну, звездочки, да. Тоже подъедали, да, у вас игроков? Ну, там, конечно, все конкуренция первокурсников. Андрианов играет за звездочки в наших штанах. Нормально? Уже в бас ушел, все, нормально. Покинул звездочки. Понятно. Ну, все в наших штанах будет. Вот. Ну, я, естественно, там с иронией, но много кто, ну, да. Мы там боремся за, в общем-то, ярких каких-то студентов. И в какой-то момент мы, наверное, может быть, проиграли эту конкуренцию, может быть, как-то неправильно выстроили свою там идеологию, не знаю. И стала теряться история, и удивительная вещь, я тоже о ней хотел сказать, это, знаешь, некая такая благодарность ЛФЛ, в общем-то, потому что вот это название «Метеор» – это футбольная школа, там, кто знает. И появилась эта футбольная школа, потому что была вот ЛФЛ-ная команда МММ, и, ну, поскольку я там очень люблю футбол, мне как-то все время хотелось, знаешь, что-то в футболе как бы сделать, ну, там, коммерческого плана, то есть, чтобы это стало не просто там хобби, да, там, а какой-то там работой, там, появилась вот эта история с футбольными школами, начали ее там вместе с теми игроками, которые во многом сейчас там у нас играют, например, там, первый человек, который в этой футбольной школе начал работать после меня, это Максим Ширяев. Наш тренер. Ну, главный тренер МГУ, по-моему, сборной. Сейчас уже, может быть, нет, но был сейчас какое-то я, время. Да, не знаю точно, но он там как бы точно работал. И у нас мы еще тренер. Помним, как Максим играл и был тренер в МММ, потом он в Атлант ушел, а так он и сам играл. Мы помним его прекрасно, он еще из Москвы, из Западной переходил в МММ. Да. Все, мы Максим Ширяев помним очень хорошо. Это как бы вот перетекло туда, как бы вызвался в футбольную школу «Метеор», а потом мы решили, что как бы там уже процесс пошел, и нам надо как бы иметь какую-то взрослую команду этой футбольной школы. И, а вроде как уже с МГУ у нас не очень много людей там, и мы решили переименовать. Хотя это была очень болезненная история, и там как бы там, некоторые люди были против там. Ну не то, что против, а ну, просто это было, так сказать, им не очень комфортно, наверное. Ну, но в итоге как бы мы решили это коллективно, опять же. И это дало результат. Потому что, вы знаешь, сплотились люди вокруг, ну, многие люди сплотились именно вокруг этой идеи. Там тоже там Фомич, старший тренер нашей футбольной школы. Там, тренеры играют, Сторожук у нас там работает. Там, ну, там почти весь состав, он как-то задействован в этом. То есть идейность истории. Уже переросла немножко в другое. История да. МГУшной идейности, уже вот да. Работа и выходные тоже вместе. Как то новый есть. Импульс да. Развития Новый импульс такой семейственности, опять же, что все были вместе, все постоянно общаются. И, то есть вот эта химия, она сохраняется, в принципе, да. Благодаря да, каким-то определенным вещам. Опять же, да, какой-то досуг, да, вроде мы там работаем вместе, а потом идем играем в футбол, потом после футбола там у нас, я не знаю, там, тоже это как музыки в раздевалке, это то, что мы там почти после каждого матча, почти весь состав, ну хотя бы точно половина, идет там, там, мы там куда-то там обедать идем, я не знаю, там. Ну, то есть какие-то такие ну, вещи. Это здорово. Стало это коллективом, здорово. Это да, это круто. И, в общем, это и дало результат, наверное. Вот. Поэтому, да, вот такое было решение сложное, но в итоге оно дало результат.
Тихо, наверняка смотрят нас те, у кого есть дети, и думают они насчет футбольных школ. Скажи, где есть филиалы? Слушай, у нас 120 филиалов, как бы достаточно быстро мы... Стало быстро, да? Да, ну, то есть действительно много их, там на юго-западе там их несколько. У нас есть филиал прямо в Мира, наверное, Арки Парк у нас дети. Это вот в зале, да? В зале, да, и там хорошая погода на улице, мы занимаемся, мы туда очень ищем детей, потому что там, ну, как бы группы достаточно сильные, мы туда, у нас есть такие там... Обычное отделение и сборные такие посильнее. И там как бы сборники такие, и мы туда отбираем детей. Так что если кто-то смотрит... Скольких лет-то приглашаешь? Там отделение, по-моему, от 5 или от 6 лет до там, 13-14. Во всех филиалах, да? Ну, это в принципе во всех. Нет, во всех там даже раньше есть, там от 4. Ну, в целом от 4 до там, 14-15 лет мы ведем детей. Вот. Я на самом деле думаю, что когда-нибудь у нас получится на какой-нибудь яркий матч пригласить, значит, наших воспитанников как болельщиков уже. И нас Лига чемпионов на носу. Вот, может быть. Вполне, почему бы. Суперкубок, чем не повод тоже. Кубок, в любом случае. Нет, суперкубок, почему? Суперкубок. Кубок еще разыгрывается. Я думаю, за кубок сейчас грязь. Сейчас будет суперматч, который мы собираемся транслировать. Откроем тебе маленькую тайну. Мы очень надеемся, что матч «Метеор про футбол» в прямом эфире будет показан. Две спортшколы потенциально будут играть между собой. Я, кстати, знаю, да. Кстати, знаешь, удивительная вещь, почему мы, собственно, еще не сделали этого. Ну, то есть была идея пригласить там на какой-нибудь золотой матч. Там. Смешно будет, но просто у нас форма другого цвета. Я понимаю, что она не синего, и там не написано МГУ. Она не синяя, она должна быть бордовая. Видишь, как бы бордовый цвет. Ну, просто форма едет. Мы же ржем всей командой. Уже говорит, где болельщики-то? И сколько можно уже? Ну, это да, вот видишь, технические какие-то неполадки. Из них никуда не денешься. Но как сделаем форму, сразу пригласим. Ну, это правильно, это будет красиво, и надеюсь, то, что заранее нам об этом скажешь. К вопросу, да, я скажу, естественно. Чтобы мы фотографа прислали, чтобы всю эту красоту отфоткать. Да, но мы еще должны поработать с командой, потому что то, как мы... Ну, ты знаешь, я вспомню последний матч, есть возможность, я, во-первых, извини, пожалуйста. Да нет, ну давай это не в эфире обсуждается, мы это отдельно обсудим. Просто действительно, игроки зачастую и наша команда, она достаточно такая с характером, и я знаю, что мы иногда там позволяем себе где-то высказаться, может быть, нелицеприятно, я лично. Ну, ты знаешь, у нас договор был с Робомантией, то, что мы друг на друга можем в игре, у нас вот даже, ну, мы с ним сразу договорились, можем друг на друга в игре чего-то, ну, без всяких... сверхъестественных выражений, вот, а потом вечером мы с ним какие-то моменты обсуждаем в WhatsApp, и все хорошо, и все замечательно. Мы с ним первоначально так договорились, что если работа на матчах «Метеора», так и будет. И мы отмечали даже, несмотря на это поражение, там, когда столица «Артель», там, как Игорь Фомич себя вел, то есть, там какой-то момент, там, я ему там объяснил, он подошел, там, пятюлю отбил, там, и все, и вообще вопросов как бы никаких не было. И здесь тоже это все, я думаю, мы решим все эти вопросы. При болельщиках надо быть, да, как бы... Ну да, все это же тренеры там многие. Выдашь пластырь, заклеишь всем рот, и будет все хорошо. Единственное, без подсказа останетесь. Ну, со скамейки Зурапантия, значит, будет руководить. Как подумай, нет, мы с гарнитурами планируем. С азбукой Морзе будете пиликать, вот так бегать. В общем, это открытый вопрос. Но я надеюсь, что когда-нибудь на действительно на наш матч приедут болельщики, потому что они спрашивают, на самом деле, ну, у нас такие дети, которые там интересуются, и это, в общем... Ну, тем более, там, например, матч «Метеора» Аминьева, там можно будет увидеть, как тренеры играют против звезд футбола, там, людей, которые еще недавно в телевизоре были, на чемпионатах мира играли. Я думаю, не только детям, но и взрослым будет интересно посмотреть. Нам будет интересно, в первую очередь. Чтобы Аминьева потом было грустно, да? Или как? На самом деле, действительно, я немножко жалею, что мы не сыграли против там какого-то яркого состава. Нынешнего состава, да? Да, потому что это прям действительно очень интересно, там же... Какой результат будет, это другой вопрос, но там действительно хотелось бы сыграть. Ну, сейчас кубок будет, я думаю, Аминьева все равно будет ставить задачу выиграть. По сетке, как что пойдет, тут пока тяжело. Нет, это понятно, в перспективе, почему нет? Перспектива-то в следующем году 100%. В следующем году два матча минимум обеспечено, да. Ну что ж, на этом мы еще раз поздравим Тихона с заслуженным чемпионством, пожелаем «Метеору» удачи в кубке и, конечно же, провести хорошую кампанию и выступить в Еврокубках. Будем надеяться, что еще пообщаемся мы, потому что мы планируем на церемонии награждения сделать ее
видеосъемку и там уже пообщаться и с героями сезона, и с руководителями еще. Будем всегда рад ждать студии, что будут приятные у нас поводы и в Еврокубках, и в чемпионате еще здесь пообщаться. Может быть, и после Кубка, вот там, может, дубль будет. Тоже welcome, мы всегда рады. С удовольствием. Спасибо вам большое, что позвали. Спасибо. Спасибо. Это был Тихон Фисейский. Здравствуйте. Доброе утро. Поздравляю вас с победой. Можешь сказать, пожалуйста, свой комментарий об этой игре? Ну, для нас никаких турнирных задач не ставилось, поэтому мы задача наша на сегодняшнюю игру была просто получить удовольствие. Ну, хорошо поиграть, у нас половины состава не было, то есть основных ребят. Вот, поэтому, ну, собственно, поэтому задачи никаких не ставили и не подходили к этой игре серьезно. Дай, пожалуйста, оценку выступления вашей команды в этом сезоне. Ну, с учетом того, что это первый мой сезон как тренера, первый сезон команды именно в таком составе и в таких сочетаниях, то есть мы до сих пор, наверное, знакомимся еще, это, наверное, в какой-то степени результат великолепный. Спасибо. Друзья, и переходим мы к первому дивизиону. Не так много мы о нем поговорим, как поговорили о вышке. Уже говорили о том, что будет большая передача, посвященная им First Division, и там уже мы все подробно разберем, все, что у нас происходит, каковы итоги сезона. На данный момент у нас три тура до конца. Чемпионат на первом месте 78 очков, Росвайн Ипотека на втором 74. Это две команды, которые пока что находятся в зоне прямого выхода. Атлас 31 игра и 70 очков, Приоритет 31 игра и 68, и Трейдер Тингуф 30 игр и 66 очков. Это команды, которые находятся в зоне плей-офф и думают, что Трейдеры там игра в запасе еще. Да, и там идет борьба за третье место, мы сейчас об этом поговорим. Там Атлас, Приоритет, Трейдер, в принципе, имеет шанс на третье место. Прайд... сами себе испортили. Нет, сейчас опять будут на меня обижаться, я тогда сказал о том, что... Не верим мы в Прайд. Станислав Волкодав нам это вспоминал. Я ему сказал, что я специально для него обращаю внимание. Мы верили, мы искренне хотели, но боюсь, что после поражения от Селесты... Затруднили себя совсем. Три игры все-таки до конца остается. И... 8 очков отыгрывать... Из 9 возможных, но это, тяжело, я не знаю. Тяжело. Это фантастика. Ну, я тоже так думаю. Селеста... Ну, Прайд на шестом месте 60, а Селеста на седьмом месте 56, ММФ-2 на восьмом месте 54, и дальше уже команды, которые... Ну, там совсем не разбериха. Ну, там Кооператив Озеро на девятом месте, они, знаешь, как вот сами по себе, они не туда, не сюда, а дальше начинает Метрологик, ну, Метрологик мы все равно выносим за скобки, у Метрологик на десятом месте 31, Алмаз на 11 месте 31, Тона на 12 месте 31, Торпедо Гагаринский на 13 месте 29. С игрой в запасе, дальше ну вершина. И Метрологика игра в запасе. Вершина, которая уже находится в зоне переходных, 31 игра и 27 баллов. Нибиру 29 матчей и 26 очков, но их надо выиграть еще эти матчи. Карбланш 31 игра и 25 баллов, Химик 31 игра и 24 балла. Ханговер должен у нас пока в таблице, 31 игра, 18 баллов, но Ханговер, напоминаю вам, участие уже в турнире не принимает. Давайте мы сейчас поговорим о результатах тура. Тур был большой, и поэтому сразу говорим, чемпион получил техническую победу над Ханговером. Также у нас был вынесенный матч между командами ММФ-2 Трейдер Тингуф. Матч получился результативный, матч получился с большим... Там три, по-моему, красивых мяча. Антон Пристрелин. Да, да, там Даниил Акименко просто... Расскажи нам, пожалуйста, поподробнее, ну, что в матче ММФ-2 Трейдер ты увидел. Ну, ММФ-2 Трейдер в очередной раз бросил несобранность Трейдера в обороне. То есть в определенный момент они в какой-то начинают заниматься ерундой. И ММФ постоянно, там вот этот паритет, который Трейдер создавал, они его отыгрывали. Лишь там незадолго до финального свистка все приняло окончательный вид. Но в первом тайме великолепный мяч забил Даниил Акименко, там просто, я не знаю, как давай он уточним. Потом. Это сын, да, Владимира Гулешинова. Нет, это не Владимир Гулешинов сын. Нет, я хотел сказать то, что
Владимир Гулешинов обратился к нашей группе с просьбой уточнения. То, что мы говорили, данного что факта, братья Акименко... Да, а именно это... я это говорил, да, на матче Москвы между Трейдером и... Витязем. И Витязем. Да, Даниил и Андрей Акименко – это отец и сын. И вот сын, конечно, явно обладает тем же самым ударом, что и отец. И вот великолепно это подтвердил в данной игре, забив два умопомрачительных мяча в хайлайт. В хайлайтах можно посмотреть. Я думаю, сейчас и увидит этот мяч. Ну, вообще, и Андрею Акименко надо дать сказать о том, что в какой форме. Сын уже тоже, знаешь, не юноша, вот, а выходят на поле, они оба делают результаты, в какой форме Андрей находится. Так они, знаешь, вот эти вот трудные моменты, я по игре с Витязем еще обратил внимание, то есть, когда у ребят что-то не идет, что-то это, они друг через друга пытаются уже создавать этот выход из обороны в атаку, и, в принципе, им это удается делать довольно-таки хорошо. Ну, а так игра... Ты знаешь, МММ как-то в этой игре не совсем собрано в обороне выглядело. То есть, я не знаю. Я, конечно, понимаю то, что вот эти красивые дальние удары – это одно дело. Но, допустим, Павел Артюнян, который подвел итог данной встречи, он забивал просто уже там в обороне. Такой был бардак. Ну, не знаю, то ли раскрылись так МММ, то ли что. Но как... Ну, Трейдер получил закономерную победу, в принципе. Трейдер, мы знаем то, что... Знаем Владимира Гулешинова вообще и... остальных игроков опытных, которые все равно не оставляют даже сейчас шансы на прямой выход. Поэтому то, что они будут биться сейчас в каждой игре, там вот эти три игры ни для кого не покажутся раем. Ну, знаешь, я понимаю, что тяжело, но ребята-максималисты плюс поигравшие, ну, мы знаем, люди, которые любят футбол, которые отдали себя футбол, они всегда цепляются даже за самый, казалось бы, нереальный шанс. Ну, давай не будем забывать, что вроде как там ну, чемпионат уже не достать. Давай, чемпионат скажем, не достать. Виктор Делов сейчас может на нас обидеться, скажет, вы пытаетесь сглазить. Но нет, там 8 очков, 3 тура, нет. Росвоен ипотека, вроде 4 очка, да? Но не забываем, что Росвоен ипотеки играть так называемый матч с хэнговером. Ну да. Поэтому, в принципе, нет, битва за третье место, да, она интересна. Но тут, понимаешь, еще и другой вопрос встает. Мы его будем сейчас периодически поднимать. Что решат команды? И что важнее? Подбирать соперника? Да, да. И, кстати, этот вопрос, мы когда будем разговаривать о матче «Карбланш приоритет», мы вопрос Данилу Сасину, голкипера приоритета, прям задали в лицо. В лоб, да. Будут ли они подбирать соперника? То есть, есть ли соблазн специально занять пятое место и сыграть с сериальчиками, которые, ну давай вот уже будем откровенны, четыре команды, ой, простите, шальные, конечно же, я оговорился. Вот давайте брать шальные, Атлас, приоритет, Трейдер, Тингуз. На данный момент и по данной форме, и то, что вот мы увидели с шальными, я говорю, там один момент, штанга спасла команду от прямого вылета. Да, тяжело, там команда показала хороший футбол на летнем кубке, но опять же, в репортаже я говорил, о том, сейчас, видишь, опять Галоцк пошел к первому дивизиону, к высшему дивизиону, это в сфере это просто дивизиона. Проецирование, да. Не более то, того. То, что летний кубок, команда, на самом деле, старт тоже завалила. У них, если посмотрите на сайте, если не верите на слово, то первые три игры в группе там катастрофа была. И в итоге они с четвертого места в группе там дальше поднабрали очочки, вышли в итоге с четвертого места. И вот ну так вот получилось. Плюс с Успенским там был прекрасный матч, не только по пенальти. Там вот именно вот это все тактическое мастерство Дмитрия Шалина мы увидели. Плюс там реализация моментов, неважно. Но показывали у них уже потом хороший футбол. Все, закончился летний кубок. И опять вернулись началось, туда. И опять отвернулись то, с чего этот летний кубок начали. И на данный момент, по данной форме, конечно же, шальные являются наиболее перспективным соперником в полуфинале для команд. Потому что тот, кто будет играть вот команды, которые займут 3-4 место, да, ты с медалями, согласен, но ты играешь с четвертой командой, кто бы это ни был. Там, понимаешь, приоритет, Атлас, Трейдер, там, их меняй местами, как хочешь. Но явно, что 3-4 команда, это будет намного более жесткий полуфинал, чем матч между командой из вышки, это шальные, и пятой командой и первой. Ну, в принципе, как показывает очковый запас, вот этот перед финишем, эти команды примерно все три равны по уровню. Так что тут... Да, тем более приоритет вообще в непонятной форме сейчас находится. Четыре поражения, Были. Мы, давай, о приоритете мы сейчас отдельно. Давай плавно все-таки переходить к результатам тура.
Про МММФ я тебе в довершении скажу, что... И давай перейдем сразу к матчу Тонна. МММФ-2 не так все спокойно в обороне. Если помнишь, мы отмечали там раньше МММФ-2 классную оборону, и все. Здесь 5-5 играют. То есть, получается, за два матча 11 мячей пропущено. Это не МММФ-2, это да, вообще... То есть, забито 8, там это все... Здорово, но пропущено 11. А никогда столько не пропускали? Никогда не было таких результатов. То есть там не играли только против кого-то там. Мне кажется, даже в высшем дивизионе несколько лет назад там в 2 там играло, и то не было таких вот результатов именно в обороне. Ну, мы же знаешь, что же, опять же, мы же не знаем, что происходит внутри коллектива Павла Борискина. Мы не в курсе. Сам он как бы очень быстро со стадиона уезжает, не успеваешь его поймать даже с очком. Может, ребята там перестраивают как-то игру, может, какие-то новые ходы еще под следующий сезон. В принципе, уже понятно, что в этом сезоне они уже в пятерку не попадают. Ну, конечно. Ну и ну, все. Почему бы сейчас просто в удовольствие не поиграть в футбол? Может, от этого все зависит. Поэтому сейчас судить МММФ-2 и там делать какие-то орг-выводы в плане того, что они там перестроили игру, вот они со следующего сезона будут Барселону играть, ну, тоже как бы не приходится. Поэтому будем смотреть, что будет в следующем сезоне. В этом сезоне я прекрасно понимаю, то, что на МММФ-2 можно спокойно брать попкорн, приезжать, смотреть, получать удовольствие, потому что они играют в открытый футбол. Открытый футбол. Давай дальше по матчам тура. Ну, давай на субботу сразу мы начнем с субботы. Атлас Торпедо Гагаринский. 4-0 победа Атласа. Торпедо играет минус 1, не доезжает. Некоторые футболисты. Сейчас мы постараемся все это подробно обсудить. Но не подробно, как можем. Тем более, кто не знает, Антон у нас подписал контракт, как говорится, с футбольным клубом «Торпедо Гагаринским». И не приехал на первую же игру. И те, кто читает наш телеграм-канал, кстати, подписывайтесь на него. LFL Юзаул, кто не может найти, пишите, например, мне и... Я с удовольствием вас добавлю, там у нас порядка 150 уже чего-то подписано, и мы развиваемся, мы там выкладываем результаты, делаем ссылки на какие-то интересные новости. Там еще что-то новое будет появляться. Будет что-то новое, конечно, по мере возможности. Подключили мы комментарии, только по поводу комментариев давайте договоримся, что не задавать вопросы, которые можно обсудить в группе WhatsApp, там, да, можете обсудить какие-то результаты и все. А то, например, мы публикуем список трансляций, и она пишет, по какому принципу определяется трансляция. Причем я, например, знаю, кто это написал, и этому человеку неоднократно мы уже отвечали. И телеграм-канал это не трибуна, в которой там руководство лиги, там пресс-служба лиги будет отвечать на какие-то такие вопросы, на которые уже неоднократно отвечали. Кто хочет пообщаться именно там с руководством, так сказать, публично, во-первых, можете сюда позвонить лично, а во-вторых, есть группа в WhatsApp для капитанов команд. Там, и там вообще можно диалог вести на любые темы. Кстати, да. Телеграм-канал по-другому существует, там и результаты матчей публикуются раньше. И как-то стараемся мы его, чтобы было интересно. Да, там есть какие-то недоработки, но мы стараемся. Делать, поэтому подписывайтесь. Пока это, ну, грубо говоря, лайв-табло такое, да, чтобы да, люди быстро да, видели, да, быстро как видели соперники результаты. И так далее. Да, да, ну и как бы видели оперативно ссылки, знаешь, там все мы знаем, что у нас и не всегда сайт вовремя загружается, а мы выкладываем, там, например, в Телеграме ребята выкладывают то, что судейские назначения, и сразу же все видят, что начало матчей. Ты можешь писать, мало ли, ты забыл, во сколько у тебя матч, не надо там сайт открывать, или писать, во сколько там кто играет. Да, залез у тебя это уже есть все в скринах, там, в истории Телеграма и все. Ну, это ладно, такая мини-реклама была. Возвращаемся к Атласу Торпедо. К Атласу Торпедо. Матч бенефис Виктора Еремина. И да. Виктор Еремин мне сказал после матча, зовите, я тебе расскажу, покажу, как в 51 год находиться в такой форме. Антон, правда, не сказал, чтобы килограммчиков 10 подскинуть, и вообще можно было бы. Дмитрий Хлестов вспоминается, который тоже говорил мне, говорит, в такой форме, говорит, Барселона ехать. Да, ехать, так, Барселона уже говорит, об этом не помнит. Барселона уже об этом не знает, да. И, конечно, Виктор Еремин выступил блестяще в этой встрече. Да и вообще, в принципе, Торпедо выступил хорошо. Всю игру играть минус один, проиграть Атласу, команде, которая сейчас идет на третьем месте, 0-4. Зазорно. И мы ставили этот матч в запись, даже в ущерб матчу Техносилы Аминьева, потому что мы реально думали, что Торпедо может дать бой. Как показала практика, у Атласа были проблемы с составом, тут тоже отметим, что... Анвар Бояркин и Максим Адаксин играли в центре обороны, потому что у Атласа не приехал ни один защитник.
Ну, потому что кто-то был травмирован там, еще да, по каким-то там, причинам. Юрий Мареев травмировался прям при мне там на одном турнире в пятницу. Вот. И Дима Агарков тоже не присутствовал, тоже, который мог бы там сыграть. Поэтому, ну, Торпеды молодцы, но там не в одном двум Сергей Циплаков после матча сетовал, что новички не приехали, еще что-то. Ну, там 1-2 игрока. Ну, не приехало много, я не знаю, там сколько заявку у Торпед, 25-23. Не, ну там кого-то уже убрали, понятно, по каким-то причинам тоже. Ну, Торпед надо брать. Но все равно там обоим людей, там 15-18 человек есть. То, что приезжают всемером, с одним из лидеров дивизиона играть, ну, это уже вопрос. Ну, вообще Торпеда, конечно, календарь не самый легкий. Сейчас ждет чемпионат, потом ждет Русфайн ипотека. И потом еще... Метрология. Метрологик, да. И тут я, ну, не знаю даже, как. Ну, надо собираться, надо ответственнее подходить ко всему этому делу, и почему бы нет. Как показывает практика, Торпеда трейдер обыгрывал не так давно. Ну, да. Поэтому... Ну, Торпеда еще, отметим, и не сыгранный Ярославом Горьевым. Ну, да. То есть, 3 очка в кармане есть. Есть. Но там посмотрим, как будут выступать другие. Ну, поэтому по этому матчу, я думаю, в принципе, больше нам сказать нечего. Анвар Бояркин, может, за нас скажет из «Атласа». Давай, вот он пусть и расскажет и на этот период, что получилось у «Атласа» и какие перспективы. Анвар, доброе утро. Поздравляю вас с уверенной победой. Дай, пожалуйста, свой комментарий об игре. Да, добрый день. Я не знаю, честно говоря, с каким счетом играли 4 или 5-0, но сути не имеет. Соперник играл минус один, вот, плюс, конечно, они по возрасту гораздо старше наших ребят, у нас более молодые ребят, поэтому да, мы перебегали, было, конечно, тяжело. Вот, игра отвратительная, конечно, с нашей стороны, ничего не получалось, видимо, вот эта расслабленность какая-то некая, то, что у них игрока нет, мы там все равно забьем свои моменты, поэтому ничего не получалось, расслабленные были. Вообще прям один негатив только от игры. Вот. При том, что до этого прошлые матчи хорошо играли. Надеюсь, что дальше как бы там, ну, наладим ответственность какую-то со своей стороны. Таких ситуаций как бы не будет возникать. Поздравляю тебя уже с выходом на поле. Ты давно не появлялся у нас именно в плане игрока на юго-западном поле. Скажи, пожалуйста, вот по последним матчам, какие у вас ожидания вот, на конец сезона? Да, спасибо за поздравления. Действительно, 8 месяцев большой срок, не играл. Пока тяжело еще, конечно. Вообще не в тонусе, ноги забиваются очень сильно. И пока неуверенность присутствует еще. Вот. Ожидания у нас такие, что есть все шансы еще на прямой выход. Надеемся, что ипотека потеряет очки. Мы, соответственно, со своей стороны будем делать все, чтобы выигрывать. Вот, вроде как наладили игру сейчас, за исключением этой игры. Вот, поэтому надеюсь, что все будет хорошо и выйдем даже успешно напрямую. Вот, никто задачи не отменял. Не надо было терять свои очки и могли бороться еще за чемпионство вполне. А если будет такой расклад, что вы выходите, будут какие-то усиления или также останетесь стартовым, ну, основным составом, который у вас есть играть дальше? Нет, усиления будут, конечно же. Я думаю, точно пару усилений обязательно будут. Вот, надеюсь, еще сам восстановлюсь, тоже будет некое определенное усиление для команды еще. И, конечно же, пару позиций еще тоже точно усилим. Есть на примете игроки, возможно, даже еще в этом году заявим. Далее должна была состояться игра чемпионата и вершины. Но вершина по обстоятельствам, поэтому не приехала на этот матч. 0-5 техническая победа чемпионата. Сразу пошли вопросы, что вершина снимается. Нет, вершина не снимается, вершина играет. И на следующий день они играли с метрологиком, но там не очень хорошо все получилось. Но об этом мы чуть попозже сейчас поговорим. Так или иначе, чемпионат получил свои 2 очка. Теперь мы переходим к воскресным матчам. Матч МММ 2 тонна. Мы с тобой, в принципе, уже обсудили сквозь призму МММ 2. Теперь по тонне, что можно сказать? Ну, ничего нельзя сказать. Была вот за этот месяц, что мы не говорили о первом дивизионе, была фантастическая победа над Русланом Пахек 3-1, которую, мне кажется, никто не ожидал. И, ну, Тонна опытный турнирный боец. И мы всегда говорили, мы не верим, что Тонна выйдет. Мы не верим, что Тонна выйдет. Ну, вот мы и не верим, что Тонна выйдет. Ну и что, в последних, получается, 2 играх у Тонны 4 очка. Значит, она под... Тонна — это тот коллектив, который, извините, играет уже 20 лет. Они знают, как на дистанции и где им
надо поднажать, а где там, в принципе, можно не цепляться. Сейчас пошла уже все, уже, как говорится, грызня уже до последнего. И вот здесь теперь тон становится очень большим препятствием для любого соперника. Ну, я соглашусь с тобой. С Тоной всем будет непросто, особенно финиш чемпионата. Посмотрим, как будет. Давай дальше. Кооператив озера «Алмаз». Мне представлялась эта игра, знаешь, такой, что «Алмаз» так, конечно, без рубки не уступит. 7-2 победа озера. И, ну, не ожидал. Вообще, для «Алмаза» сейчас каждая игра, с учетом того, что вернулся новый старый тренер, стали подъезжать футболисты. «Алмаз» демонстрирует довольно симпатичный футбол. Есть ротация игроков, поддерживает они темп. Есть понимание, во что ребята играют, но с «Озером» 7-2 нет. Мне кажется, «Озеро» просто бросило все силы на эту встречу. Получилось, потому что у них конфуз. Получается, у нас не вот обсуждаемый тур, а за неделю до этого была игра с командой «Нибиру». И «Нибиру» приехал на этот матч минус 2. И вообще думали они играть или не играть. В итоге решили эту встречу играть. И дальше я не понял действия руководителей кооператива «Озеро». Я им об этом говорил впрямую. Команда соперника играет минус 2. «Озеру» нужны очки. «Нибиру» как бы тоже нужны очки. Но «Нибиру» просто вышел на поле, чтобы 7400 не платить. Там, знаешь, за... Ну, понятно. Две команды. И 3-0 уже на 6-й минуте. Впереди «Нибиру». И в этот момент на стадионе появляется Лев Шейхет. И у меня, знаешь, ну, под коркой лежит, что Лев Шейхет дисквалифицирован. Ну, я тоже видел, да, как он бежал еще, так опаздывал. Я, ну, как бы сказал об этом Дмитрию Корабельникову, одному из руководителей кооператива. Говорит, я дисквалифицирован. Новое, как бы, смотри сам. Ну, в итоге выходит Лев Шейхет, я сижу эту игру дальше, и, знаешь, не думаю ничего такого. Думаю, ну, потом проверим. Ну, как бы, ну, если человек выпускает, ну, значит, наверное, можно играть. Потому что, как бы, мое дело предупредить. Ну, да. Маленькое, там потом. Ну и, конечно, все это пиршество футбольное доигрывается до счета 17-1. И где-то минуте на последней, за 2 минуты до конца, руководитель «Нибиру», капитан, играющий за них, меня спрашивает, товарищ судья, говорит, а это, говорит, не Шейхет у них играет. Ну, я понятно. Говорю, Шейхет. Он говорит, а он дисквалифицирован. Ну, кооператив он, знаешь. И в итоге вместо 17-1 команда получает 0-5. И помню, как там Владимир Архангельский негодовал по этому поводу, когда узнал, что люди выиграли 17-1, а в итоге получили 0-5. Это вот весь кооператив, мне кажется, в этом, Миша. Да, нет? И там вроде и Шах Исаев, там, знаешь, периодически начал. Вот, мне кажется, просто вот бросили вот они все вот на эту игру с «Алмазом». На самом деле, вот надо было выиграть одну игру, знаешь, чтобы от из этих вот интриг, связанных с низом турнирной таблицы, отойти. Они взяли ее и выиграли. И как бы... И сделали это, как всегда они это делают, с обилием забитых мячей. Ну, по-другому они не умеют. Они не умеют. Ну, вот понимаешь, вот весь кооператив, он в этом. Вот, они вот по-своему вот, чем-то напоминают вот, реальщики, да, вот, которые вылетели из высшего дивизиона. Че вообще, зачем, почему? А, и так сойдет. Как получится, так получится. Чем закончится, как закончится. Ну и все. Одни уже закончили с высшим дивизионом. Давай дальше к матчу. Перескочим мы чуть-чуть, давай. Матч «Метрологик»-«Вершина». 4-1 победа «Метрологика». В принципе, «Вершина», учитывая их вообще проблемы с составом, последние результаты и там трансферные. Трансферы на выход у них были. Кто хочет, может посмотреть. Ну, понятно было, что тяжело. И в итоге так и получилось. Против «Метрологика» вообще никому не будет легко. И, в принципе, 4-1 победа «Метрологика». Сейчас команда уже вышла из зоны переходных. Ну, мне кажется, ее там и не будет, потому что повыше они еще займут место. А вот в следующем сезоне с этой командой, мне кажется, будут считаться все. И в верхней части турнирной таблицы будут они точно. Статья на сайте даже написана на эту тему, о том, что не смотрите на то место, которое «Метрологик» сейчас занимает, на следующий год это будет один из претендентов за борьбу за выход в высший дивизион. То есть именно с таким прицелом на них надо смотреть все оставшиеся игры. Ребята, поверьте мне, на следующий год эта команда даст... Ну, она может и в кубке там еще пошумит. Нет, это понятно. Мы сейчас вот говорим про чемпионат, поэтому вот я говорю, на следующий год эта команда будет бороться за выход. Понятно, что придет профутбол,
придут там еще ряд команд. Ну, там Инчемп. Инчемп, Атлант, это понятно все. Но ребята сейчас уже в первом дивизионе, извините, сколько у них очков было, когда они появились у нас на ЮГЗ? Сколько? Не очень много, Метеорологик, по-моему, вообще на последний месяц. Ну, а сейчас у них там, по-моему, в 7 играх там 5 или 6 побед, да, сейчас уже вот получается 7-я победа. Ну, это вот чемпионский график, из 8 игр там 7 выиграть, это чемпионский график. Мне даже Виктор Белов после встречи Метеорологик чемпион, который чемпион с большим трудом выиграл. Там очень интересная тоже игра была. Он мне сказал, ну, это давно уже было, он мне позвонил и сказал, что эта команда, конечно же, ну, не уровня подвала первого дивизиона, и то, что, да, вот слова о том, что если все сохранится и еще, может быть, усилится, то в следующем сезоне это будет команда бороться за выход. Ну, в принципе, мы предупреждаем, люди пусть сами эту информацию воспринимают, как хотят, поэтому, в принципе, закономерно победа Метеорологика в данной встрече. У одних проблем, Метеорологик сыграл примерно на своем уровне, наверное, могли и больше забить, но поехали дальше. Ну, давай поедем дальше. Селеста Прайд, вот самое сладкое, что было в первом дивизионе. Евгений Бобровский работал на этом матче и сказал мне после игры, что морально, конечно, он устал, потому что, ну, полная апелляция со всех сторон. Он говорит, даже аут какой-то в центре поля. И каждая команда начинает орать. Два эмоциональных коллектива. Начинает орать, что мяч наш. И так каждый момент, конечно, очень тяжело арбитры работать в таких условиях. Но Евгений молодец, Евгений справился. Браво ему. В самом матче, скажем, что да, он был очень эмоциональный. И параллельно матч проходил на втором поле. На первом поле шла игра высшей лиги. И знаешь, мне кажется, что на трибунах первого поля было громче шоу интершум со второго, чем с первого, кто там играл. Эмоциональнейший матч. Понятно, что у Прайда было все поставлено на кон. Еще оставались шансы, да, у них за попадание в пятерку. Ну, а Селеста сыграл свою. Селеста, традиционная Селеста, именно вот, ну, немножко не хватило им, как и Прайду. Знаешь, потому что уровень других соперников очень высокий, и вот чего тут не хватает чуть-чуть, знаешь, может быть, где-то вот не доехали, где-то еще, вот чего-то, но чуть-чуть не хватает. Вот я не могу тебе точно сказать, вот даже чего. Ну, не ровно по дистанции не прошли. Не ровно по дистанции, да. Наверное, где-то, вот это ключевое. Где-то отдают свои очки, которые, в принципе, по-хорошему надо забирать. Мы знаем, что там чемпионаты или задачи на сезон решаются не там, где что-то там первый и третий там ты обыграл команды, а главное, ты с командами из нижней там, десятки, восьмерки очки не теряешь. Ну да, набираешь 70%, там 75 очков, условно говоря, и все у тебя будет хорошо. А когда ты там набираешь в первых 5-100%, потом там в 10 там 20%, а потом опять начинаешь выходить на этот 70%, на это вообще, ребят, картина 50% очков, но это маловато будет. Ну это вот то, что есть. Вот то, что середина есть, да. Таблицы. Перспективу следующего сезона, зная оба коллектива, и Станислава Волкодава, и Николая Дыбова, будет ставиться опять задача. Но здесь надо понимать, кто из команд, которые сейчас лидируют, останется в первом дивизионе. В каком виде они останутся? Может, интерес охладит, там, знаешь, если не получилось. Плюс надо понимать, кто будет выходить из второго дивизиона. Ну, там понятно, что про футбол это уже автоматически при нынешнем составе. Это один из фаворитов. Интерос не знаю, не уверен. Ну, Интерос, они, ребята... Интерос, мне кажется, вот они... Адекватные. Как... Вот они играли на кубок с Метеорологиком, проиграли 7 тренинги, да, мы понимаем, они сильнее. Ну, они знакомы еще по западной лиге. По западной, там свои были. Да, там своя история немножечко. Ну, а вот по поводу Интероса, я тебе могу сказать то, что... Они чем-то вот по игровой манере Селесту напоминают? Да нет, совершенно другой уровень эмоциональности. Эмоциональность они тоже посещают. Да нет, хорошая. Интерос спокойная такая команда, опытная. И Интерос это два состава, это постоянная смена. Давай, об Интеросе там силу возраста. У нас две недели у нас будет через две недели. Обсуждайте вторую лигу, я тебя Интерос, понял. Сейчас мы не будем, у нас и на первый дивизион не так много времени. Так или иначе, Селеста побеждает. Я думаю, Прайд, к сожалению, для них выпадает из соискателей на выход в высший дивизион. Пожелаем обоим коллективам сделать выводы из ошибок и в следующем сезоне все-таки постараться Прайду впервые в вышку выйти, а Селесте вернуться туда, где они были.
Ну, я знаю то, что Селеста каждый год ставит задачи. Да, я говорю, в следующем году снова будет ставить задачи. Да. Никто не спорит. Давай дальше. Приоритет карт-бланш. Самый результативный матч тура. 10-7. Победа приоритета. Карт-бланш. Ну, гигучий тур. Это вообще кладезь. Кладезь карт-бланш. Просто историю рассказать. Не рассказать. Не знаю, но расскажу, если уж начал. Гигланд не обидится, я думаю. В общем, происходит следующая ситуация. Я уже переоделся, не работал на матче карбланша. Приоритет есть. Судейский идет, стук, заходит Гигла. Вот там какие-то, ну, такие дела, там приветствия и все. Ну, вот. Дальше он мне говорит, а я, говорит, получил карточку там что-то, и почему-то я вычеркнута в протоколе, а у меня, говорит, она седьмая, но я ее не получил. Ну, что-то там, и в кубке там. Ну, так понятно. Стали разбираться. В итоге он даже не знал о том, что за 7 желтых карточек и дисквалификация. Он думал, что за 8. Так команда лишилась центрального защитника. Хотя он ехал на игру, и он сразу стал звонить партнером по команде, говорит, я сегодня не играю. Вот. Ну, в общем, так или иначе, без центрального защитника 10 пропустили. 10, ну, забили 7. Забили 7. Вообще был веселый футбол. 10-7. И карбланш, ну, ребята-максималисты, они 7 поражений, они после матча еще начали предъявлять. Кстати, Евгений Бобровский опять. Вот, начали, а, нет. Юба, Сергей. Юба. Да. Они начали предъявлять Сергею Юбу. Почему-то там не добавил там какого-то времени, там минуты или две. Ну, минут 8 добавил бы, нормально, да, бы да, все да, было. Да, да. Да. Ну, приоритет прервал свою вот эту неудачную серию. Да, там была кубковая победа, но в чемпионате было все грустно. И, в принципе, эта игра показала, команда пропускает 7. Да, забили 10. Но, от кого они пропустили 7? От команд, которые борются за выживание. За выживание. И, понимаешь, то, что команда, которая в последний момент за полчаса до матча лишилась центрального защитника и вожака на поле. Ну и, соответственно, посмотрим, как будет дальше дела у приоритета. Форма, конечно, не самая лучшая, но главное, победили. И давай дадим слово голкиперу приоритета Даниилу Сасину. Голкипер после 7 пропущенных мячей сюда всем дает интервью. Ему спасибо большое за это. И послушаем. Кстати, вот там вот эти все провокационные вопросы про подбор соперника. Все вы услышите. Данил, поздравляю вас с очень результативной победой. У вас была серия проигрышей в 4 матча. Скажи, какая атмосфера была в команде и что говорили? Да, действительно, проиграли 4 матча подряд. Вот, были недовольны результатами. По итогу пообщались, собрались, выиграли в кубке. Сейчас выиграли 10-7. Правда, пропустили много, конечно же, что очень плохо. Вот, дальше планируем бороться, биться и занимать призовые места. Такие вот цели у нас. Скажи, пожалуйста, сейчас остается очень мало шансов именно на прямой выход в вышку. Будете ли вы как-то подбирать соперника под стыковые матчи? Шансы еще есть, поэтому мы не опускаем руки. Мы приезжаем, пытаемся выиграть, точнее, стараемся выиграть каждый матч. Для нас каждый матч это как самый важный матч в сезоне, поэтому мы не опускаем руки, еще раз повторюсь, вот, и будем бороться и стараться выйти все-таки, если получится. Спасибо, желаю вам дальше удачи. Ну, вот такое интервью дал нам Даниил. А про приоритет, скажи мне вот твое мнение. Ну, ты знаешь... 3-4-5, я тебя так вот спрошу. 3-4-5. Или пока тяжело. Вот ты бы меня спросил, я тебе не ответил. Ну вот 3-4-5, если выводы будут сделаны, судя по тому, какая явка на матч была, одна замена, а насколько мы помним, раньше у приоритета там 4-5 человек, то есть выбор был всегда. Плюс на той неделе даже руководитель команды вышел на поле, то есть давно он не играл и выходит только в каких-то экстренных ситуациях, но не знаю, честно, ну, наверное, но если сделают выводы правильные, то почему бы и не 3, и не 4? Если же будут продолжать пропускать по 7 мячей от команд, борющихся за выживание, то, может, плачевно закончится. 5. Да. Ну, ты знаешь, 5-то еще, может, не плачевно. Относительно приоритета и последних выступлений, да. Ну, да. Посмотрим, ждать осталось недолго. И последний матч отчетного тура. Наш любимый Химик играл с Рославом Ипотекой.
снимался эта игра у нас, и наша ТВ-бригада, в принципе, ожидала легкой победы Росвоен Ипотека, но сразу Гайна Дурмакова не было. Вратарь был в этой игре у нас Денис Шафудинов, не было одного из лучших вратарей первой дивизиона Андрея Конакова. Да, играли там основные футболисты, и Никита Корсунцев играл. И... Ну, вообще, Росвоен Ипотеки создался быстрый старт. В течение первых 5 минут были забиты 2 мяча. И мне как раз наша медиагруппа говорила о том, что ничего, вот, как мы говорили, то, что здесь будет легкая игра. И так все и будет. Но не на тех напали. Геннадий Леонидович выстроил игру, провел замены. И вскоре счет стал 2-1, потом, правда, там 3-1 Росвоен Ипотека, почти даже 3-2, и четвертый мяч забил Росвоен Ипотека, 4-2. Не такая легкая игра для Росвоен Ипотеки, как могло показалось. Химик сражается, там, да, Олег Пещеров, Даниил Кришин пытаются... Ярослав Кривенков. Ярослав Кривенков, плюс новый появившийся сейчас, ну, Георгий Шашкин, хороший футболист. Плюс Андрей Лакин, это арбитр второго дивизиона у нас, он может любить и жаловать, плюс он играет за Химик, но он не очень много времени провел, честно говоря, 6, наверное, на поле. И был для ротации больше. Наверное, ну да, но там я понял, что опоздал просто. Геннадий Леонидович не забалуешь. Там не забалуешь, не забалуешь, да, команде. Вот так, иначе Химику, конечно, будет тяжело остаться. Химику тяжело остаться, а вот Ипотека, знаешь, напоминает вот примерно те же проблемы, что и приоритеты. Хорошо шли, коллектив, в принципе, уверен. Вот именно на финише забуксовали, что одни, что другие. Но вот методом каких-то неимоверных усилий сейчас даются им вот эти 3 очка, заработанные в этом туре. Напомню, что Росвоен Ипотека в прошлом туре то не проиграл. Поэтому... Ну, тяжело с аутсайдерами им дается игра. Я думаю, все равно доедут они вместе с чемпионатом до первого-второго места. И по-хорошему они заслужили. Помню, я как Денис Шарафудинов расстроился в прошлом году, когда вот это поражение от Аминьева по пенальти. Где там поиграли... Финальные пульки, да, плей-офф? Ну, а полуфинал был. Полуфинал. Полуфинал, да. В финале Аминьев играл с ММ2. Там тоже это серия пенальти, там это сумасшествие. Да, Аукционов там творил чудеса. Вот. И знаешь, что по первому дивизиону хотел бы я тоже тебе эту тенденцию, о которой мы повышенно говорили, о том, что в лидирующей группе новые команды. Давай посмотрим. Чемпионат. Ну, команда вылетела из высшего дивизиона. Ладно, нет, это не тот чемпионат, же, который вылетал. Они вылетели не по спортивному принципу, да, там были проблемы с финансированием. И Виктор Белов провел большую работу и набрал новую команду. Но там обойма игроков все равно была, Миш, того чемпионата, который выиграл кубок. Ну, а кто? Ну, там 6-7 человек там, ну, было. Сейчас Артемий Пономарев вернулся в конце. Хорошо, Артемий Виталий Оганесян, вратарь, хорошо, соглашусь. Александр Абрамов сейчас вернулся. Но тоже. Он не выиграл кубок. Ну, кубок не выиграл, он начинал. Ну, это понятно. Я тебе, ну, там Алексей Михайлов, да. Алексей Михайлов. Ну, я тебе говорю, то есть какая-то обойма некоторая, которая вот эту идейность чемпионатовскую держит, она все равно осталась. Ну, там Дмитрий Отставнов, звезда у нас играет, да? Ну, да. У Евгения Савина в канале снялся человек. Ну, заслуженно. Это здорово, что у нас такие люди есть в лиге, кстати. Росвоен Ипотека, ну, как бы вот, ну, не получилось в прошлом сезоне. Атлас, команда новая. Из второго дивизиона вышли ребята. Приоритет. Из второго дивизиона вышли. Трейдер Тим Гуфс. Оттуда же, из второго дивизиона. Ну, вот тебе вот верхушка. Дальше, да, Прайд Селеста, ММФ-2. Это команды, которые уже у нас давно. Кооператив Озера, Метрологик, новая команда уже рвется туда. То есть, в принципе, я говорю о том, что тот же тренд, он и во втором дивизионе будет. Об этом мы через две недели будем говорить. Все новые команды, которые заходят, это показывает, что уровень лиги становится сильнее. Да. Вот во втором дивизионе тоже, да, там и чем, про футбол. Ну, это через две недели. Это через две недели. На этой неделе мы планируем показать прямой эфир матча про футбол «Метеор». На этой, ну, я думаю, что звездочки будут вести прямой эфир своей кубковой игры. Мы показываем почти все кубковые встречи 1/16 финала в записи, там за редким исключением какие-то матчи, которые будут для нас уже... Ну, или технической возможности не будет, или просто мы решим, что какой-то матч после Монакова будет уступать другому. Туда мы расширили сейчас количество съемок, то есть у нас 11 матчей в записи. На этой неделе, может быть, даже будет 12. В
посчитать играми трансляции, при желании 14 матчей можно будет увидеть кубковой стадии из 16, но их будет 15, потому что одна встреча, это еще не одна 16, а еще третья квалификация, рассвоенная ипотека «Атлант», но ее мы точно показывать не будем. «Атлант» не «Омнинский», а обычный, ну и как-то, не знаю, не показывать матч 1-16 и ущерб матч третьей квалификации, мне кажется, было бы глупо. Согласен. На этом давай прощаться. Мне кажется, это была классная передача. Скажем, спасибо большое Тихону Фисейскому за то, что он пришел, нас чуть повеселил. Высший дивизион еще раз с окончанием сезона. Все самое интересное в первом дивизионе. Будет отдельная передача про первый дивизион. Также кубок, развязка второго дивизиона, плей-офф. Все это будет в нашей передаче. На сегодня все. С вами был Михаил Першин. И Антон Погодин. До свидания.